Всем привет, друзья! Вы на канале Shadow Игровые Миры. Меня зовут Дмитрий. Мы снова в Сендероке. У нас окончилась война. Как же это звучит-то прекрасно. Ну хотя бы здесь. Теперь у нас впереди строительство. Впереди у нас строительство всего, чего только мы сможем с вами построить. Но самое главное, это, конечно же, туннель в Портию. Ну и, наверное, еще какие-то будут бонусы, да, по облагораживанию Сендерок, потому что там Катори нам озвучила небольшой спойлер, да, по поводу того, как она видит город зеленым прекрасным. Ого, точек, а что это за точки? Ого, что-то столько квестов, столько мне. Смотреть на мини-карту. Ё-моё, да это новая глава у нас тут. Началась, да? Смотрите. А, так это ж моё ж, это ж... Там, где мы были. Там, где дирижабль упал. Это новые руины открылись, да? Туда точно остановка нужна. А как туда добираться-то? С помощью утки, да? Позвать Дейзи. Позвать Дейзи. Долететь. Наверное, там не будет этой остановки. Через Дейзи будем летать отсюда сюда. И, наверное, туда. Понял. Так, это что такое? Пролом в руинах. Это, наверное, про тот пролом в руинах, да, нам расскажут. Что-то на вокзале. Происходит что-то здесь, происходит, я не вижу, что это. Гражданский корпус, у нас квест есть по поводу него, вот он. Ничего себе событий, ну просто класс. Какой день сегодня вообще? А, вот, Матильда, день рождения, надо будет ей в космос что-нибудь отправить. На воздушном шарике каком-нибудь. Может, долетит. Ладно, еще смотрим, что. Еще смотрим, вот тут какая-то мелочь возле церкви. Ну, дофига. Вот еще у Арио что там происходит. Блин, давайте разбираться. Что у нас вообще по сюжету тут у нас надо изготовить. Давайте, наверное, уже титан плавить. Думаю, скоро нам понадобится, раз у нас началась новая глава. Титана мы набрали сами в руинах пока. Сюжетку делали. И последние сплавы вот здесь они у нас. Вот, ну, кроме серебра. Да? Серебра же у меня нет? Нет, серебра у меня пока нет. Подожди, титановый сплав, как его делать вообще? А, вот он. Так нет, у меня был титано-алюминиевый сплав. Все-таки кирпич что-то, известняк, ломание камня. Вот их надо где-то гранита набрать, этих камней. Свиток из хромистой, у меня нет железной руды. Сейчас, подождите, я загляну в ящики. А что мы с вами понабирали там? А, это для плавки, наверное, мы понабирали. Так, есть у нас тут и никели, и тут все насыть. Сейчас мы что-то добавим. Хайди. Здравствуй, Шейди. Представляем два фантастических новых устройства. Собственную панель управления фабрикой. Ну, это Портия была, да, я помню эту фабрику. И панель управления теплицей от конструктор Практик. Приобретенный сейчас в нашем кассе, эти устройства могут превратить одну из комнат вашего дома в фабрику. Вы с ума сошли, я живу под потолком фактически. И теплицу заходите к нам уже сегодня. То есть фабрика в порте это было последнее изобретение, которое можно было построить. И которое управляло всеми процессами. Не столько много процессов в Сендроке, чтобы ими управлять фабрикой. Ладно, письмо от мамы. Шейди, как поживаешь? Когда мы услышали новость о том, что в Сендроке может что-то произойти с Дувасом, мы очень встревожились, но Бар ничего не сказал, нам только сообщил, что... Этим занимается военный альянс. Кроме того, на время операции они прекратили все рейсы в Сендрох и обратно. Твой папа уже собирался взять винтовку и прийти сам, но гражданский корпус остановил его и пригрозил тюремным заключением. В следующий раз мы услышали новость о том, что ты и этот бандит по имени Логан спасли положение. Альянс прогнал дирижабль Дуваса. Это было такое мучительное время для нас. Мне кажется, я почти не спала. Пообещай, что больше никогда не будешь подвергаться такой опасности. Я все время думала, что если с тобой что-нибудь случится, то у меня... Больше не будет возможности сказать тебе «я люблю тебя». Так что мы любим тебя, мы любим тебя, мы любим тебя. Пожалуйста, будь осторожнее. В любом случае, поскольку прежние одеяла пропали, мы хотим отправить тебе кое-что еще. Я попрошу твоего папу забрать кое-что и прислать, собрать. Не волнуйся, если оно снова пропадет, твой папа возьмет отпуск и привезет их к себе. Так, не волнуйся за меня, мама, одеяло у меня уже есть. Оказывается, это Дувас украл одеяло, но мне удалось вернуть их после победы над ними. Оказалось, что стеганое одеяло украли какие-то солдаты Дуваса, но мне их вернули. Не волнуйся, мы победили всех солдат, а теперь я использую одеяло каждую ночь. Не волнуйся за меня, я в порядке. Вот так вот. Да, они же там общались по поводу них. Мы ответили, поэтому мама спокойна. Так, гражданский корпус.
Шеди. У меня хорошая новость, с небольшой помощью агентов Альянса нам удалось очистить северные руины. Теперь ты можешь официально заявить, что заброшенные руины Северного космического центра открыты для работы. Чтобы безопасно переправить людей, гражданский корпус договорился с Элси о предоставлении транспорта. Подходи к лагодобывающей ферме, мы же догадались, и трижды крикни кря. Дейзи тут же примчится, отвезет тебя туда. И еще кое-что, если можешь помочь с сушеной рыбой, чтобы угощать ее Дейзи, это очень поможет нам. Ну, рыба у меня там есть, да. Сушеная, наверное, нет. Граждане Сандрока, это срочное обращение ко всем вам. Это Элси пишет. Я Элси, мне есть что сказать. Скоро состоится слушание по делу Хару и Логана. Мы все знаем, что они совершили пару плохих поступков, но давайте будем честными. Разве не все так делали? Может ли кто-нибудь сказать, что он идеальный человек? Конечно, может, я не грабила людей и не похищала никого, но я точно затаскивала своего отца на дерево и обратно. Они отдали свои дома и жизни, чтобы спасти наш город, а мы им не доверяли. Мы должны быть рядом и защищать их. Они такие же жители Сандрока, как и все мы, так что присоединяйтесь к нам. У меня есть подпись у людей со всего города, и мы здесь, чтобы сказать «нет тюрьме для Логана и Хару». Подпись. Так еще и Энди. И Энди, давайте посадим еще. Подпись, Элси. Так я могу подписать. Где тут? Я не могу подписать. Ну и ладно. Ладно, окей. Я вообще не понимаю, зачем их судить. Зачем их судить? Надо их судить. Так, вот сюда, давай, наверное, наплавим. А, вот, вот это вот, вот, вот. У меня цинковая руда, да, еще чуть-чуть. И титановая руда, вот это я могу чуть-чуть заплавить. Целую одну штуку. Давай. Она работает, смотри, пошло дело. У нас будет один слиток. Это круто же. Так, ну а тут побольше надо. У меня 9 будет, 4. Так, процесс пошел. Давайте дальше с вами идти тоже вперед. Что у нас на доске? На доске у нас фигня. Цинк, титановая плита. Мистер Ци, ты не офигел с такими заказами? Стальной слиток, а ты не офигел, господин? Мне и самому мало их. Каменные штуки, всего 5. Не, они реально офигели. Дынь могу дать. И опять кому? Дэнби, конечно. Дынь у меня полно. Да, Дэнби, дыни, дыни. Все, больше ничего не буду делать. Остальное все очень труднодоступно. Мускатная дыня, могу сразу сдать. Доска просьб. Дэнби, ты тут? Не вижу. Так, не подходи к станции. Рокио. Ты кое-что не знаешь, мой малыш. Все, тебе уже знаю. Дэнби. Когда я впервые встретилась с Райаном, я была так уверена, что смогу изменить его образ жизни, но даже спустя столько лет он остается тем же лодырем, каким был всегда. Поэтому я смирилась с тем, что он такой, какой есть, а он смирился с тем, что это невозможно. Заберите дыни. Thank you. Так, с Бёрджесом общались, поехали посмотрим, что там на станции происходит. Даже это не то, но все равно. Фух, как же мне повезло, что вы там были, шериф. Если бы не вы, я бы точно погиб. А ничего страшного, я же не собирался бросать вас в беде, правда? Я думал, не обниматься сегодня. Да, у меня большое утиное яйцо. Что мне делать с таким большим яйцом? Морис! Парень ходит из этих... Аниме. Вив, я же просил тебя не называть меня так. Да ладно, я просто хочу поблагодарить тебя. Когда ты пришел и помог мне избавиться от всех этих мерзких ос, он сур сказал мне, что тебе очень сильно ужалили. Я пришла принести тебе мазь. О, ничего страшного, Виви. Как ты, осы вернулись? С тех пор больше не возвращались. Ты действительно стал настоящим шерифом. Я уверена, Билл бы гордился тобой. Спасибо, Вив. Что ж, мне нужно доставить сушеную рыбу Морту, считай, я от тебя отвязалась. Береги себя, Виви. Чуть не сбили парня из Альянса. О, Шэдди, я тебя не заметил. Ты действительно герой, Морис. Да ладно, Шэдди. Забудь, если тебе нравится Морис, то продолжай. Должен сказать, что в последнее время люди действительно доверяют мне и гражданскому корпусу. Мы получаем награды, люди дарят нам всякие подарки. Мне кажется, что после того, как мы столько пережили, все стало немного по-другому. Есть идея. Как насчет молока якмеля в голубой луне? Давай. Пошли. Кстати, у меня есть молоко якмеля, могли здесь распить.
Я, правда, ел много разных других, чем вот это сейчас молоко яхмеля пить, но вот это вот. Джей, похоже, у тебя сегодня хорошее настроение, Шейди, рад тебя видеть. Да, сегодня я чувствую себя очень хорошо, приятель. Здорово, Грейс. Эх, какое у тебя самое дорогое молоко яхмеля? Налей нам по стаканчику, Шейди, я ждем. Хорошо, сейчас будем. Почему Грейс продолжает полы мыть? Вы знаете, два самых дорогих напитка в этом заведении. Не забудьте оставить хороший отзыв. Босс, я хочу сделать заказ. Иду. Ну, наслаждайся своими напитками, мне пора бежать. В последнее время Оуэн был очень занят. После битвы на севере у меня такое ощущение, что с плеч всех свалился большой груз. Все подходят к нам, благодарят за службу. Я впервые получаю столько похвалы, это немного странно, но приятно. Я чувствую себя смелее, чем когда-либо, черт возьми. После всего, что нам пришлось пережить, что еще может подкинуть мне этот мир? Для меня ты все тот же старый добрый Джастис. Именно так я себя и чувствую. Я такой же, как и раньше. Никакое вторжение Дуос меня не изменит. Я думаю, что пройдя через все это, я приобрел настоящий опыт, как будто я могу противостоять сейчас чему угодно. На самом деле, если подумать, то даже пугает. Я уже был шерифом какое-то время, но такого еще не было. Мы помогали Виви избавиться от Оос, от пары песчаных бандитов. Но драться с Дувасом — это безумие, да? Как будто это действительно случилось. Когда мы перехватили те сообщения Дуваса, я начал просто действовать, не раздумывая. Не успел я оглянуться, как мы оказались в северных руинах. Мне не хочется говорить об этом, но я никогда не чувствовал в себе уверенности, чтобы идти вперед на полной скорости. Никогда не хотел рисковать, но в этот раз я даже не думал об этом. На кону был Сандрок. Я отдал ему всю жизнь, чтобы защитить его. И когда мы оказались в гуще событий, я понял, что времени у нас больше нет, и сказал вам двоим идти вперед и разобраться с Матильдой. Я не пытался быть героем. Это был просто инстинкт. Ха, может, я наконец-то стал настоящим шерифом. Но я знаю, что без тебя я бы не справился. Че это за парень с рогами? Я чувствую, что изменился прежде не смог бы в одиночку сдержать волну солдат Дуваса. А ты меня вдохновляешь. Поэтому я счастлив, что ты рядом, партнер. Сердечки сразу появляются. Не благодари меня, я тоже сандрокер. Это точно, мы все сандрокеры, мы готовы на все ради этого города, ради Сандрока. Что ж, думаю, мне пора возвращаться в патруль. Когда у нас будет возможность, посмотрим, сможем ли убедить Оуэна угостить нас. Кстати, я хочу, чтобы это было у тебя. Считай, что любой подарок гражданскому корпусу — это подарок и тебе. Что, мне яйцо подарил, что ли, свое? Отлично, и песчаного риса насыпал, круто. Мусор выбросил. Грейс, а ты что тут? Долго ты что тут будешь? Привет, Шейди, заходи в салон поболтать, да вот зашел. Гуляешь поздно ночью, да? Да, я и видел твои следы, ну, конечно, я знаю твои следы. Скажем так, увлекаюсь обувью. А, понятно. Продолжай в этом же духе. Так, жахнули по молоку. Давайте теперь... макиато, а у меня когда, блин, рыбы нет, я не взял. Мяу-мяу. Так, там еще был какой-то квест, смотри, Труди там еще стоит. Шейди, с какими бы трудностями мы не столкнулись, я поставила перед собой цель сделать этот город лучше. Я верю, что если мы все будем держаться вместе, мы добьемся этого. Ля-ля-ля, привет, мастер, хочешь написать песню? Может быть, нас даже возьмут в группу? Куго. Так, а что тут у нас за прибытие? Кто-то приехать должен, что ли? А нет, это Денби ждет, наверное, этого Рири. Hey, о, Шейди, привет. Ты здесь с кем-то встречаешься? Райан еще не вернулся. Рири, он... Его очень долго здесь не было. Он казался таким смелым, таким... полным отваги. О, кто бы мог это предвидеть. Надеюсь, он выживет. С ним все будет в порядке. Если, конечно, его не съели гиены. Спасибо, что пытаешься помочь, но, пожалуйста, оставь меня стоять здесь, с тоской взглядываясь вдали, ожидая того дня, когда мой релиз снова ступит на платформу. Говорю тебе, с ним все будет в порядке. Рири привезли. Судя по всему, поезд приехал. Рири! Спасибо, что спас всех нас.
Ты с отпуска? Рири, сюда. Детка, о, ты добрался, я так волновалась за тебя. Я думал о тебе каждый день. Что с тобой случилось? Ты в порядке? Думаю, что это... Да, это заняло больше времени, чем я думал. Ты столкнулся с опасностью, шпионами Дуоса? Опасности? Ну, не то чтобы. Я довольно быстро добрался до Буревея, сообщил об этом, как только выпала возможность, но... Ребята в Буревее не очень там не поверили, что-то в моем облике не внушало доверия. Мы в тебе не сомневались, Райан. К тому времени, когда они проверили эту историю в штате Альянса, битва уже закончилась. О, это должно быть было такое утомительное путешествие. Ты такой храбрый. Ну, не знаю, но я готов вернуть себе роль полунадежного плотника и стать отцом для нашего ребенка, которым, как ты всегда считала, я могу быть. О, Рири. Поцелуй меня, любовь моя. Вернулся. Ну, мы не сомневались, что... А ты мне не верила, Денби. О, Шэдди, ты здесь, смотри, Рири вернулся. Привет, Шэдди, слышал, что тебе удалось спасти город. Я тоже собирался это сделать, но, похоже, у тебя получилось сделать это раньше. Намного, ну что ж, в следующий раз. Наконец-то ты вернулся. Да ладно, разве были какие-то сомнения? Давай, Рири, пойдем домой. До встречи, Шэдди. Давайте. Ох, я думал, реально его спасать надо будет. Куда-то отправляться там, из желудка гиены доставать. А, ну вот оно как. Раньше в городе было еще 3 или 4 плотника, они всегда пытались заставить меня что-то делать. Теперь, когда их нет, я могу работать в своем собственном темпе. К тому же у меня есть ты, как ты, запасной вариант, понятно. Клоа, ты куда собралась? Она молчит. Близняшка Венти. Проверить. Кран для погрузки и разгрузки поезда. Дженсон, а ты за Кло подсматриваешь, да? Это зарядка просто делает. Может быть, я слишком много говорю о поездах, а нет. Вспомнил, что забыл вчера вечером натереть воском свой двигатель модели R-52. Ой, снова говорю о поездах, а нет. Что-то там забыл натереть, никому не рассказывай. Поехали. Вот, там кто-то сидит еще. Что-то вы тут делаете? Коннор. Корни. Корин, блин. Здесь все выглядят одинаково. Я все время теряюсь. Я бы сказал, не только все выглядит одинаково, тут все почти выглядят одинаково. Но я про вас имею в виду, статистов. Поехали. Ай. Ой. Ай. Ой. Я врезался немножко. Так, люди добренькие. Мне всегда надо по квесту. Кто-то у меня дома сидит. А, верблюд. Может, кто-то в дом залез. Можно через площадь, конечно. А, Арвио здесь стоит. Будем смотреть. Никого не добавили в таблицу. Давай посмотрим. Раз проезжаем мимо. А ну-ка. Да тут Миан будет 10 лет набирать. Да никогда в жизни не наберет, я думаю, 10 тысяч. Странное решение. Отменить чемпионат, который реально заставлял тебя хоть что-то делать. Ну как отменить? Убрать главного конкурента. Все дальше мы будем делать. Я тебе этого не говорил, но следующим хитом будет розовые кружевные блузки. Лучше побыстрее купить одну. Да-да, мечтай меня увидеть в розовой блузке. Так, что тут? Вон кот опять ходит. Нам надо кота, кстати, в дом загнать или собаку. Мряу. Мряу, мряу. Макиата. У меня нет ни рыбы, ни фига нет. О, Хару, я так рад тебя видеть. Я заработал кучу денег на продажу твоего крема для кожи и отложил часть для тебя. Вот я уверен, что они тебе пригодятся. Этот все крем раздает. Ого, здесь так много, это довольно тяжело. Что я могу сказать? Магазин у лестницы самый прибыльный магазин в городе. Твои товары потрясающие, благодаря моему обаянию они расходятся на ура. Я уверен, что в скором времени тебе удастся встать на ноги в городе. Спасибо, Арви. Если я смогу отложить немного денег, то, возможно, смогу позволить себе поступить в университет. Какая фантастическая идея. Если ты будешь учиться, то сможешь производить больше продукции, а мы сможем продавать еще больше товаров. Как говорил мой папа, учеба делает большой мозг еще больше. Это что, кто? Эй, ты, это слишком дорого, может скинешь немного? Подожди, что? Ты укрываешь беглецов? А, ты неправильно понял. Нет, ты не беглец, эти объявления устарели. Думаю, тут ошибка, это не один и тот же человек. Что, точно, запретите его. Вернее, запретил. Да, это старые новости.
А, тогда почему его еще не сняли, шах и ман, господин продавец? Наверное, гражданский корпус был слишком занят, у них столько дел, а тут такая мелочь. Не надо меня оправдывать, Шади Арви, я ценю вашу заботу, но от этого никуда не деться. Это правда, я и есть тот самый бандит. Почему? Что это возмутительно, возмутительно, говорю, возмутительно, подожди. Пока я расскажу об этом гражданскому корпусу, Харумфи. А что ты расскажешь? Ну, суд будет... Не бойся, подожди. Мне очень жаль. Ты не должен терять клиентов только потому, что я здесь. Хару, не говори так. Это просто недоразумение. И это был не клиент. Я уверен, что в гражданском корпусе все объяснят. Кроме того, скоро слушание. Я поддержу тебя. Мы все знаем, что на самом деле ты не сделал ничего плохого. Что бы ни случилось, мы с Логаном примем решение. Пока я должен уйти. Хару, не уходи. О, я так прежде винил Логана, я действительно думал, что он промыл Хару мозги. Ну, конечно, все всегда сложнее, чем мы думаем. Я был таким наивным. Шэдди, будешь же ты на слушаниях? Нам всем нужно высказаться. Однажды я закрыл магазин, это мы видели. Так, еще тут что-то было. Вот тут вот. Бёрджес? Что? Я? Похоже, Мэри, что-то происходит. Я забегаю. Парни, я просто... Да я не смогу. Они организовали масштабные поиски среди тех, кто закончил мои идеи за последние 20 лет. Кто будет выполнять ту работу, они не знают. Должно быть ты, Бёрджи Бой, или мне следует называть тебя Министр Бёрджи Бой? Министр Бёрджи Бой? О, Шэдь, подожди. Подойди сюда, пожалуйста, к нам, разумей этих людей. Скажи им, что я и за миллион лет не смог бы стать достаточно хорошим для должности министра в Сандроке. Вы чё, он же нас всех... Ну, хороший парень, да. Давай, приятель, поверь в себя, ты недооцениваешь себя. Ты прав, мне никогда не нравились твои проверки безопасности. Я должен идти. Ладно, давай, приятель, поверь в себя. Да ладно, разве это не очевидно? Первое, я все делаю плохо, второе, у меня не получится. Третье, все вместе, вариант первый, второй. Черт возьми, но это и есть много причин. Какие? Эй, подожди секунду, это просто преувеличение. Огульные заявления, которые отражают только твое собственное мнение. Яблочко, она видит меня насквозь. Почему тебе не заняться этим, Денби, а? Ты умеешь вдохновлять лучше всех. У меня ребенок. И нет времени на подобные эксперименты. Ну, в каком-то смысле, Оазис, это своего рода мое детище. Хватаешься соломинку, Бёрджи Бой. Я знаю. Кроме того, я не так хороша во всех этих словесных разговорах, прениях. Если бы мне пришлось произносить речь, я бы сказала, просто будь добрее друг к другу. Вот так, почему я должна говорить что-то еще, кроме этого? Все, идите сажать дерево. У нас еще есть 89 минут, которые нужно заполнить. Лаконично, но в то же время проницательно. Могу я взять на вооружение? Конечно, знаешь что, делись со мной идеями в любое время, чем смогу, помогу. Спроси мое мнение о растрате воды впустую. Внимание, спойлер, оно такое же категоричное, как и твое. Мы все болеем за тебя, Бёрджес, все хотят увидеть, как ты расцветешь в новой ипостаси. Укоренюсь, расцвету, говоришь? Мне так приятно от того, что вы, ребята, верите в меня, но... Нет, я не уверен в своей способности в качестве министра. Госпожа мэр... Неужели правда нет никого, кто мог бы сказать мне, что делать? Совсем никого. А как насчет Зика? Он ведь раньше был министром, верно? Да, верно. Но, во-первых, Зик ушел в отставку. Во-вторых, он не хочет быть министром. Так, Бёрджес тоже не хочет. И в-третьих, то, что он делает, слишком важно для того, чтобы его здесь подменять. Особенно, когда у нас есть два вполне способных министра. Факт. О нет, каждая из этих причин сама по себе является достаточно веской. Вот именно, единственное, кто обладает целеустремленностью, широтой взглядов и добротой, необходимой для этой должности, это ты. Эта должность создана для тебя, приятель. Нет, нет, в действительности я не так хорош. Возьми себя в руки, парень, не надо на меня так сильно давить. Привет, ребятки. Что за крики? Все в порядке, может быть, мне тоже закричать? Мансур, иди в свою дурку, иди в свою дурку. Не путай дурки. О, в этом нет необходимости. Мы просто пытались помочь Бёрджесу увидеть, что он прекрасно подходит на должность министра Церкви Света города Сен-Рока. Боже, тебе обязательно говорить таким тоном? Думаешь, не справишься? Может быть, тебе просто нужна шляпа?
Шляпа? Ансур, еще раз повторяем, иди в свою дурку. Дэнби? Продолжай. Да, я имею в виду вот что. Иногда ты чувствуешь, что занимаешь в жизни какое-то неправильное место, и тогда нужна шляпа, может... Нужна шляпа может все изменить. Ну да, мы знаем, там Гриффиндор, там все такое, Слизерин. Возьмем, к примеру, шляпу заместителя. Любой, кто носит ее, является заместителем. Итак, если у тебя будет шляпа министра, ты будешь министром, и прочь сомнения. Но Матильда никогда не носила шляпу, но у нее был парик хороший. Это потому, что Матильда обладала уверенностью на уровне суперзлодея. Я услышал достаточно, мне нужна шляпа. Спасибо за прекрасную идею, мистер Унсур. Шляпа — это хорошо. Унсур опять с этими камнями, видно, наигрался. Всегда пришел. Шедди, ты можешь смастерить для меня шляпу? Министр же точно придаст мне уверенности. Она необходима мне для того, чтобы говорить огненными речами. Я похож на швею, на портного. Там есть Виви, она хорошо шьет. Чего ко мне цепляете с этими шляпами? Да, тьфу-тьфу-тьфу, Дэнби меня отплевала. Это не совсем то, что я имела в виду, но вполне может быть решением проблемы. Шедди, ты не возражаешь? Я уже даже шлем надел, потому что я вас боюсь всех. Все отлично. Ура, теперь я всего в одном шаге от успеха, не всегда так бывает. Ладно, все, я думаю, что на этой ноте мы закончим нашу встречу. Удачи, Бёрджесс, мы все с нетерпением ждем твоей первой встречи в качестве министра. О, мне не понадобится удачи, как только я получу эту шляпу. Да. Да, пока. Понятно, Бёрджесс, ну удачи тебе. Однажды я нашел один из журналов Павла, который он, должно быть, случайно бросил на землю. Внутри был опрос, являетесь ли вы просто друзьями. Я никогда не отказываюсь от опросов. Поэтому я честно заполнил его, имея в виду тебя, и у нас получился отличный результат. Вау. Так, это что за сумка? Ничего не примечательная сумка. Рюкзак Мартл. На открытке написано «Рюкзак Мартл, год 27-й, Рождество Питча». Олицетворяет наше скромное начало. А чё? Подарок от Порти. На открытке написано «За процветание Сандрока» от Гейла и Лизы. Ладно, пошли нам шляпу. А, ждите чертеж, это ещё недолго. Ой, не скоро. Так, Дэнби я уже сегодня увидел раз 6. Труди находится здесь и увидела какую-то статую. Как-то Труди увидела статую. Наверху. Так, ладно, поехали дальше. У нас еще как минимум два места. Или два, да. Хочешь сказать, что Матильду запустили в космос? Именно так, прямо в космос. Я не мог поверить в это, черт. Я даже не представлял, что там вообще есть космические корабли. Бункеры, лестницы, фабрики, все такое. Видел кучу частей космического корабля. Чувак, он был огромный. Никогда не видел ничего подобного. Ты случайно не видел название корабля? Да, это было что-то вроде оливки или что-то в этом роде. Я подумал, что это какая-то космическая служба доставки еды или что-то такое. Олимпия? Да, это тоже могло быть, то есть пройду. Это просто теория. Матильда была в том роботе и подошла ко мне очень близко. Я просто вспомнил свои тренировки и... Олимпия, нашли Олимпию. Зайди к Унсуру. Мне нужно идти. Наконец-то я так долго ждал этого момента. Ты в порядке, директор? В порядке, я более чем в порядке. Это восхитительно. Ты знаешь, что это значит? Это значит, что я должен отвезти тебя туда? Это значит, что люди Старого Мира действительно путешествовали к звездам, когда случился день бедствия. Там среди звезд были люди, и они наверняка выжили. И да, ты должен отвезти меня туда. О, привет, Шэдди. Как раз вовремя. Директор Ци хочет узнать больше об Оливии. Оливки. Может быть, ты сможешь просветить его? У меня есть дела, так что я должен бежать. До встречи. Вовремя Джастис всегда смывается, оставляя меня с психами. О да, я все еще задаюсь вопросом о машине Матильды. Шериф сказал, что у него есть механизм отсоединения, который достаточно силен, чтобы отправить капсулу управления в космос. Невероятно. Энергия должна была быть огромной, чтобы перевести такой тяжелый объект на скорость эвакуации. Наверное, он даже превосходил R-47 Ультра. Я так рад, что... Мне кажется, что этот разговор слегка односторонний, Шейди. Такое впечатление, что ты здесь не для того, чтобы обсуждать чудеса роботехники. Я нашел вот такой чип. Чип? Позволь мне взглянуть. Нашелся в роботильде? Подожди, он кажется мне знаком. Подожди, я сейчас вернусь. К
куда ты пошел? Конюшню. Загадочный чип. Я был прав. Это чип RX-76. Я сверил серийный номер с базой данной реликтовой техники, которую собирал это военный чип старого мира. Он использовался в очень крутом оружии под названием плазменный меч, которое было любимым оружием пилотов Гангама повсюду. Я провел много научных исследований, чтобы выяснить это. Если бы только мне удалось заполучить в руки один из этих плазменных мечей, я бы смог воссоздать ее, у нас была бы настоящая рабочая модель. Увы, это всего лишь мечта. Постой, это что за... Почему у тебя с собой сломанный плазменный меч? Неважно, можно посмотреть? Я бы хотел попытаться восстановить его во имя науки и пилотов Гангама во всем мире. Вау, я постараюсь вернуть его в ближайшее время. Да, только мы его и видели. Меч в камне. Слушайте, мы его нашли фиг знает когда, помните? В ранней версии... 2 года назад. В 22-м году. Это до этого момента он лежал у нас. Я даже забыл, что это меч существует вообще. Ну да. Так, ладно, пошли еще в тюрьму зайдем. Я не помню. Это из-за твоей невежественности. Но я доверял тебе, все доверяли. Доверие здесь ни при чем, дело в результате, рука, направляющая стадо, должна принимать сложное решение. Мне жаль, что все так получилось. Эх, я просто хочу, чтобы ты знал, мастер, свет прощает всех, даже тебя. Я сделал это ради света, меня не нужно прощать, ибо я знаю, что я прав. Прощай, Мигель. Бёрджес, ты мне же надоел тоже. Повсюду находишься. А когда вот этих парней отсюда вывезут? Шэдди, надеюсь, ты наслаждаешься своей победой, эти бездарные бандиты снова обрекают человеческую расу на гибель. И не могу предвидеть другого конца этой маленькой притчи. Зачем ты это сделал? Я думал, что это ясно. Дувас обеспечивает структуру и порядок, необходимые для предотвращения новых бедствий, вызванных моей человеческой капризностью. Вы должны быть благодарными за то, что я попытался навести порядок в Сендроке. Слишком долго Сендрок был бесконтрольным городом, полным бессовестных попыток прогресса. С помощью опасных технологий и идеологии, выкопанных из-под земли. Вы недальновидные люди, ваши усилия кажутся напрасными, когда на мир вновь отпустится пелена тьмы, вызванная человеческой потребностью в большем. Я пытался спасти не только ваши жизни, но и жизни всех детей последующих поколений. Как ты нас спасал? Ты работал на Дувас. Император Дуваса виделся так же, как и я, или, по крайней мере, так считал. Я никогда не хотел никому причинить вреда, я хотел всех спасти. Где-то ты такое тоже слышал. Спасти всех. Предельная свобода... Сколько общего, да? Параллели сколько? Предельная свобода, гедонизм, все, что исповедовали люди в эпоху коррупции. Во имя свободы они создали оружие и технологии, которые мы даже не можем себе представить. Они были так заняты вопросом, можно ли это сделать, что не задумывались о том, стоит ли это делать. В конце концов, во имя свободы они развязали войну, которая привела к разрушению нашего мира. Их не волновали последствия своих действий, их не волновало, что они обрекают на гибель будущие поколения. Жители свободных городов повторяют эти грехи, и с полным пренебрежением они выставляют на показ реликвии прошлого и плюют лицо нашему общему будущему. Дувас тоже использует реликвии. Правительство Дуваса строго контролирует, кто у них может добывать реликвии, они предприняли кучу мер, чтобы гарантировать, что любые у них найденные технологии всегда будут находиться под контролем правительства. Это не идеально, но все же лучше, чем то, что мы имеем здесь. По крайней мере, я все еще надеюсь, что это так. Я пытался предупредить жителей этого города, что их действия ведут их к новой беде. Мои проповеди остались без внимания. Я пытался эвакуировать всех людей с помощью своего заговора, но этот план провалился. И вот я расплачиваюсь за свою справедливость. Я понимаю, что, по их мнению, я причинил вред Сендроку. Я приму все, что пожелает этот город, ибо я не откажусь от своих убеждений. Матильда и Пен отказались от тебя. Да? Я устал, мастер. Я хотел бы, чтобы тебя уже тут не было. А Пен что хочет сказать в свое оправдание? Пенни? Эх, с остальными не поговоришь. А их мы будем судить, я надеюсь? Почему Ян не сидит в тюрьме? Чуть не пойму. Хочешь помешать Дуусу заполучить реликвии, да? Спорим, что, играя героя, ты отстаешь от своих поручений, так ли? О, исчез уже. Мигель тут стоит. Слушайте, Мигель и тут стоит, и там стоит. Кто-то понял, куда Ян телепортировался? Я нет.
чё Мигель уже тут стоит? Это не Мигель? Песчаная буря может быть настоящим благословением. Вот Мигель. А, это он Сур, Мигель. Джастис. Ох, у них там слияние. Хочешь анекдот? Недавно слышал один, который напомнил мне о тебе. Там был мастер, подожди, извини, я его забыл остальное. Хороший анекдот, да? Да, но тут у вас Мигель, по-моему, у вас вошел. Где он там? Вот этот Мигель? Нет, это Джастис. Я же вижу его. Это он Сур. Пипец. Это Джастис. Ой, ужас какой. Смотри, что творится-то. Подождите. Подождите. А ну-ка. Это ж надо сфотографировать за все дело. Ну как это? Смотрите. А потом вот говорите, откуда мутанты взялись. Сэндроки. Так, поза, выражение лица. Надо нам позу. Сделать снимок, кто-то так поза тут годится. А как тут это? Убрать пробел, скрыть пользовательский интерфейс. F. Вот это фотография. Вот это единство. Извините. Не могу удержаться просто. Такое не всегда увидишь. Ладно, я пошел, у нас дел полно. Это то, что породило вот эту вот империя Дуо своим нападением. Мы только что сфотографировали. Страшно-то как. Все? Мы с вами все сделали? Да, мы с вами все сделали. Можем с вами пойти, кстати, посмотреть на утку. Если, конечно, сушеная рыба не нужна сейчас туда. Что мне ее надо готовить? Ладно, я сначала домой заеду. Пару сушеных рыб, может, сделаем. Все быстро делается. Коко! А ты хочешь быть моим питомцем? Коко не против. А что ты ешь вообще, Коко? Мусор ешь? Мне просто кроме мусора никогда ничего с собой не бывает. Хоть червяка. Да, червяков ест, но не очень, чтобы рад. Лорель. Сестра. Те, кто здесь бродит. Подождите, чертеж. Они просто похожи очень. Венти и других. Так. Вот это уже закончилось. Это мы взяли с вами цинково-титановый сплав. Впервые в жизни. Мраморный кирпич. Наверное, сделаем мраморных кирпичей. Ощущение, что они понадобятся. Ну, давай, наверное, штук 10. Сплавится. Так, это я взял стальную пластину какую-то. Это какие-то подшипники. Это какие-то штуки. Сейчас тоже заброшу. Кстати, на блок гражданский корпус зайти, посмотреть, что там они нам предлагают за мастерскую и сколько она будет стоить. Да дофига. Че, у меня нет места, что ли? Фига себе, дожили. Ну ладно. И этого хватит. Так, это будет у нас долго перерабатывается. Ну что, поехали в эти в руины. А, рыбу еще хотел глянуть. Так рыба у меня вот. Так у меня там еще была тоже в ящиках. Можно ящики почистить. Ну. Если я быстро найду. Что невозможно. Была у меня рыба не плавающая. Лежащая в ящиках, по-моему, была. Поедем. Попробуем с уткой договориться. Ну, мне кажется, вряд ли она нас бесплатно будет туда возить. Скорее всего, да, вот три рыбы есть. Песчаный карп, кстати, для рыбы. Как раз можно поменять. Так, рыба, рыба, рыба сушеная. Сушеная рыба, соленая. Сушеная ли... А, нет. Сушеная или соленая? Какую, говорили, рыбу взять? Давайте сушеную сделаем. Блин, она час будет делаться. Давай одну сушеную сделаем. Миан, привет, Миан! Привет, Миан! Подожди. Да что ж такое-то? Кошмар, не догонишь. Подожди. Фух, еле догнал. Иногда я болтаю с Элси, и все время мы начинаем понимать, что говорим о двух совершенно разных вещах. И это кажется забавным, мне становится немного неловко. Давай сыграем в игру. Сейчас нам с тобой отношения надо качать. У нас кандидаток почти не осталось.
Поэтому надо во все оружие иметь все варианты. Да что ж такое? Ты же всегда поддавалась. И тут на тебе. Не заработаем мы тут много. Тут мышь будет. А тут будет кот. Ха-ха-ха, обманул. А тут будет мышь. Ну а тут, наверное, будет... Ну, конечно же, волк. Давай кота, там всегда мышь. Еще есть коты? Нет котов. А тут тоже мышь. Нет, тут слоны. Так, тут кот будет. Я уверен в этом. Блин, мышь. Тут точно будет кот. Да. Где-то выиграл. Это было весело. Давай как-нибудь еще сыграем. Давай. Так, короче, смотри, Миан, у нас с тобой что? У нас с тобой 6-е место. Не, ну учитывая, что здесь уже в последнее сердце. Может быть, тут и нет скрытого рейтинга. Кто его знает? Так, а так вы смотрите, почти уже хорошо, даже с теми, кого не видим, которые постоянно помогали, что-то не растут сердца, хотя можно было жениться практически на ней уже. Ладно, а что я сюда приперся? Рыбы сушеные взять, пока я с Миан играл в игры. Она же в другую сторону пробежала. Так, сейчас поедем туда, раз у нас пока ничего не делание какое-то время. Отдых после насыщенных сюжетных серий. Ну да, тут удобно, что раз-раз и сразу здесь. Тут не надо будет строить остановку. Сейчас я рыбу сушеную возьму, мало ли. Фиг его знает, что там за дела. Вот Миан уже, видите. Статуса Мяусеса второго. Мяусес-то он тот, который, наверное. Навоз. Я убираюсь у зверинца своем, видите? У меня все хорошо. Почти. Ох, они едят, уже картошки нету, я в шоке. Уже и картошки нет. Что за дела вообще? Так, Милюша задавил курицу. Как погладить ее? Я не могу ее погладить. Будет одна неглаженная. Ну чё ты всё запёрся? Я к Милюше. Я в шоке с тебя. Здорово, зверь. Так, я-то давай соберем. Все, теперь завтра мне не предъявят, что его... Гадюшник ваш не убираю. Так... Рыба готова, сушеная. Не знаю, она не она. Пойдет, не пойдет. Давайте сюда. Тут у меня вот здесь раз. Это пока выпустим. Живи пока, рыба. Хотя она может размножаться. Может свободные места лучше оставить. Да ладно, пусть плавает. Поехали. Миан, ну у тебя и скорость. Ты что сегодня съела? Такую. Тянусь по всему Сендроку. Который тут прилетела. Смотрите, кто тут у нас. Ой, конечно, я работал над последней редакцией моего бизнес-плана «Мир развлечений Катори». Фанг. Много редакций никто никогда не бывает. Подожди, Фанг пробегает. Фанги! Куда все бегаете постоянно? О, на мир куда-то побежала дверь. Что там дают-то? Стой! Не укай мне тут. Ладно, поехали. Пошли хоть посмотрим, что там выпадает на первом уровне хотя бы. Так, отсюда сюда, правильно? Нет, сюда. А потом сушеной рыбы, наверное, будем платить, мне кажется. Чтобы утка нас возила. Какой-то космический рейнджер. А где утка-то? Кря-кря-кря. Мне же надо было там грякнуть. 10 раз. Вверху здесь утка. Нет, она вон ту, вот тут утка. А, вот тут утка. Ничего себе. Вы уверены, что хотите отправиться в Северное плато? Что, бесплатно, что ли?
Я думал, сначала затребует накормить утку. Тут теперь у нас вот такое вот перемещение есть. А утки-то нужно возить туда всяких бездельников типа меня. Пока, утка. Дейзи. А как... А зачем я рыбу... Сорок третий уровень, он алюминий валяется, никому не нужно. А, это керамические отходы даже. Неплохо. Мужик какой-то стоит. Чё за стоите? Я сомневаюсь, что Дуас вернёт, слышал, что сегодня искали было, уничтожили битвы между Сандрокером и лидером противника. А ты что скажешь? Нас разместили здесь на время, чтобы убедиться, что никто из агентов Дуоса не вернется. Понятно. Тем не менее, гражданский корпус заработать на мне возможности не оставляет. Так, титановая руда много, цинковая руда много. Высокоскоростной процессор. Китайский фонарик. Силовые камни. 500 монет, я в шоке просто. Огромные суммы просто. Интересно, это последние уже руины, нет? Сколько их еще будет в игре? Сколько мы уже накопали с вами? Штук 5, наверное. Не, ну, судя по металлам, либо последние, либо предпоследние. Там еще один вид какой-то металла, я забыл. Что-то там надо переработать. А так это, по-моему, уже предел. Тогда... А что такой высокий холодильник поставили? Да, давайте мне это 51. Так, это я не беру. Такое у меня доброго самого есть. Ну что, сильно не будем, наверное, тут это углубляться, да? Нет, надо двигатели набрать. Ну ладно, давай так чуть-чуть раз. Сейчас посмотрим, что дают, кроме песка, который везде дают. Графит дают. Цинковая руда. Ага. Процессор взял. Вот эта фигня, вот эта, да, шина? Титановая. Ну, я думаю, у нас ее будет дофига и так. У нас и так я дофига. Ладно, пошли. Лучше, лучше наверное, глубже закопай. А это цинковая. Блин, цинковая нужна. Я там не могу плавить вот эти слитки дурацкие. Новые которые. Две двери. А мне сюда разве? По-моему, сюда. Даже на второй этаж можно залезть. Графита чуть-чуть. Тут будешь неделю копать. Ну, вроде бы правильно идем. Все тут двери есть. А песком-то как засыпало, ужас. А это что? О, я вышел. О, прикольно. А это можно разбить же, да? Нужно. Так, ну давай выше. Который час? 8 вечера уже, ух ты. Времечко-то летит. Что-то мигает тут у нас. Мы взяли диск с данными, а китайский фонарик, часть первая. Эта фигня нам нужна. Надо чуть-чуть, да, подбивать. Там будем зачищать руины дополнительно, если не будем подбивать. Так, а это что такое? Титановое. А, ну да. Окей. Это что за мелкая руда? Тоже самое цинковое. Ничего не меняется, успокойся. Это... Ого, сколько я. Тут бы этим динамитом бы каким-нибудь. А если я брошу бомбу? А ну подожди, если я брошу бомбу? У меня же есть бомба. А если я реально брошу бомбу?
Эффект будет быстрого уничтожения. Ты бросил? Хрена не бросил. А, ха, не работает. А я-то думал. Достанем быстренько нужное количество руды. Тут только бочки работают с динамитом, все остальное не взрывает. Тут мы наберем дофигища цинковой руды. Правда, вся энергия уйдет. Нам, в принципе, один этаж бы пройти и руды набрать, чтобы плавилось. Ого, набрали. Хо-хо! Опять этот зверь. Иди на, придурок. Это моя руда. Ты посмотри на него. Вылезла оно. Все, у меня энергии нет. На что я рассчитываю дальше, не знаю. Сегодня я чисто за рудой приходил. Да? Да. А, это уже выход, что ли? Да, выход, только мне не хватит, чтобы выйти. Я где-то вниз... А, нет, вверху. Так, у меня была бутылочка какая-то. Что-то у меня было на закусон, я брал. Или пиццу брал. Нет, это крит. Вот эта баночка. Плюс здесь энергия, серьезно? Не, ну плюс 100 брать не вариант. Вот у меня плюс 12. Можно мне вот так эту дырку пробить? Пробил. Ого! Выход аж там. Блин, тут две вещи осталось. Ну ладно, я доеду туда, нет? Да, я вышел. Можно было просто выйти. Добрались с нулем энергии. Там, правда, две вещички осталось. Там могли быть два. Ладно, мы еще их найдем много, если будем зачищать. За главное, руды набрали на первом уровне. Сейчас машины начнут работать наши поплавки. Так, я тут эта десяточка нам как раз жизни спасла. Можем одну взять. А это на сколько? На 100? У меня такая есть. Давай одну возьмем на 100, пусть будет. Одна на 100, одна на это. Если что покопать, я пока не буду. Да, уходим. Первый уровень прошли, руды набили. Первые 5 уровней, я думаю, будет одинаковое содержимое, да? Как это обычно бывает. А ну покажите мне. Да, первый только меняется артефакт. Так все тоже. До 11 уровня. Так, уровень повысили. Ну, навыки имею в виду. Что тут дают? При добыче дают 10% шанс получить диск с данными в дополнение к первому найденному диску. Ну, давай. Больше дисков. Больше изучений. А вообще какая-то фигня. Что это такое? Гранит. О, прикольно. А тут еще походить будет как-нибудь. Вы уверены, что хотите вернуться? Да. Дейзи работает же ночью, да? В любое время можно улететь. Не как таксисты. Бездельники. Лодыри-тунеядцы. Дейзи могла бы меня и к дому сразу привезти. Че она меня сюда в пустошь бросает? Мне все равно таксистом пользоваться. Такси вызывать, в смысле? Два раза переплачиваю, получается. Ну, хотя Дейзи мне бесплатно выходит. Так, давайте заправим только нашу машину. Сегодня у нас день разговоров и безделия. Ну что, в шахты сходили, один уровень прокопали. Прям на Яхмеля посадил.
Так. Плавка еще даже не закончилась. Здесь 2 часа еще. Много. Зато нити нашли. Дофига композитного волокна. 61. Мы по единичке собирались, наверное, представляете? Нано отходы. Вот эти. Вот 2 вида еще отходов, которые на какой-то локации нам будут доступны. Керамические можем перерабатывать. Здесь нам дают гарантированно эту фигню, что неплохо. Титановые. Гарантированно дают титано-алюминиевый сплав, который хрен достанешь. Давай вот это. Все, пусть обрабатывается. А сюда я сейчас добавлю вот это. Окей. Так, забросили. Тут у нас серебряная руда наконец-то появилась. Китайский фонарик. Так, а у меня же был большой железный шкаф. Как он назывался? Вот этот. И у него было 2... А, ву. Что за кирпич? Просто камень. Так, реликвии... Что-то тут еще на... А, рыба сушеная не понадобилась, оказалось. Энергия плюс 36. Ну, пусть лежит, она не мешает. Всякие баночки. Если будем чистить шахту, собирать руду, то пригодится. Так, это я беру какие-то мраморные кирпичики. Здесь я тоже закончил со слитком хромированной стали. Но их, мне кажется, надо больше. Вот серебряный слиток еще. Видите, как выглядит круто. Давай сделаем 6, чтобы они у меня уже были. Все серебро вбросил сюда. Так, это будет через 3 часа готово. То есть 3 часа ночи будет готово. Я могу еще что-то забросить. Например, вот этого. Пусть делается. Так, я опять что-то прокачал там. Смотри, как поперло, а? В этой же отрасли. А, нет, не в этой. Мастерской, ну тоже неплохо. Я могу. Я могу. Дает шанс 3% того, что рудный обогатитель или переработчик произведет дополнительную продукцию. 3%? Да, давай. Пусть производит. Все, все. Все, мы готовы. 0.54, 0.54. Все почистили, тут работает, тут... Работает, тут все работает, нам сказали, надо еще в конструктор практики зайти, что нам одну комнату под что-то нам нужно будет отдать. Это просто гениально. Что нам одну комнату под что-то нужно будет отдать. Какую же мы комнату под что-то с вами отдадим, а? Раньше мы целое здание, помните, строили? Ну, в портик кто смотрел. Целое здание, огромное здание строили. А тут одну комнату. Какой размер комнаты? Что там такое? Не смотрите на мои статы. Так. Чертеж должен прийти на этот супер-мега-меч. И меня уже кто-то ждет возле порога. Я это уже предчувствую темным экраном на моем мониторе. Кто приперся ко мне под порог, скажите? Ой! Они уезжают и уводят с собой Пена. Эх, Пен. Такой забавный парень был. Оказался засранцем настоящим. Матильду вылавливайте из космоса. Кивают. Альянс тоже мне. Как обычно, все альянсы бесполезны в этом мире. И в другом тоже. Все приходится решать вот таким вот маленьким городкам, как Сэндрок. Самим причем. Пока. О, меня домой вернули. Все, эти уехали, бездельники. Пена увезли. Так, есть что новенькое? Ничего новенького. Есть тут что-то новенькое. Тут, наверное, можно будет это... Наладить автодобычу, да? Как кроты нам доставляют слитки и прочий мусор. Так и там можно будет, наверное, да, это взять. Кстати, а там был титан... Надо к кротам еще зайти. Там был титан. У кротов. Только что-то он мне не доставляется. Да? Да. Так, тут работаем, тут работаем. Все, все. Сейчас я еще поезжу. Чертеж должен был приехать. Приехал, вижу.
Есть цинковая руда, титановая руда. Все доставляется. К ротам можно не ходить. Теперь есть. От Пена. Все прощальное письмо. Шеди, в руинах я спрятал свою самую мощную вещь. Но спрятал-то преувеличение, положил ее на виду на самом дне самых глубоких руин, таких, как каких только смог найти. Мне показалось, что это достаточно неплохая идея. Если кто и сможет ее достать, то только ты. Я был бы гораздо более уверен в тебе, если бы тебе удалось освоить космический удар, как я всегда и хотел. Но это никуда, ни туда, ни сюда. Больше не увидимся, Пен. Блин, даже грустно как-то. Отцы. И дети. Шеди, я думал, что разработка меча займет не особо много времени, но у меня были некоторые несостыковки с законами термодинамики. И, конечно, возможно, мне придется немного продлить сроки. Тем не менее, думаю, вы можете ожидать результат в течение следующих 10-15 дней. Ну хорошо. Мы обсудили с Бёрдсом дизайн шляпы министра. После небольшого исследования выяснилось, что официальная шляпа служителя церкви света не существует, поэтому пришлось кое-что придумать. Вы все просто подыграете в этом деле, верно? Уверенности нет, но предположение есть. Шляпа министра. Можно использовать шляпу министра производства. Упрочненная кожа, золото. Золото у меня есть. Органическая керамика на устройство, продвинутый верстак. Что-то у меня тоже это есть. Какие-то части есть. Золото, оно так просто выпадало у меня. Иногда. Так, а это что за два квеста появились? Был один же. Уже два. Вот что-то появилось. Последняя. А, это Пен сказал. А при чем здесь это? Я думал, в этих руинах до конца дойти. Здесь разве? Так ты же какие-то перчатки оставлял. Вот не твое оружие, нет? Я же их ношу. Где они? Вот, ты ж мне их оставлял-то. 45-й предмет уровня. Это ж максимальный уровень. А, и 30-й доступный. Подожди, они могут... Так может я их надену и все? Они 30-го уровня, а 45-й это его уровня предмет. Подожди, а ну-ка. А куда их можно надеть? Так это оружие. Это оружие. Куда их надеть? На оружие. Копировка. Это надо положить быстрый слот. А ну. А у меня какой сейчас урон? У меня урон сейчас 278-39... Ну, чуть меньше, конечно. Задание расход энергии 2. Наносит на 19% больше урона при столкновении с врагами более низкого уровня. Они мне всегда выше. Критический урон плюс 45%. После победы от противника получает 100% шанс критического удара на 45%. Но они быстрее. Но правда, что придется махач устраивать вплотную. Но точно лучше, наверное, кинжалов. Кинжалы, наверное, мне не понадобятся. А ну. Это не то твое оружие? Ну, как кинжалы, да. Как кинжалы, только с более существенным уроном. Да, с кинжалами можно прощаться. Это реально можно прощаться с кинжалами. Давай сюда их. Просто перчатки такие же быстрые, а кинжалы такого же размера. Так, сортируем все. Отсортировались, раз это лишнее у меня, ну ладно. Что за шляпа и что нам для этого нужно? Шляпа делается здесь? Да, шляпа министра. Все есть, на удивление, круто. Быстренький квест. Требуемый уровень 45. Вот эту шляпу я не надену, это точно. А там что за дверь? А, там, наверное, Бёрджес. Бёрджес, я иду. Ух, тебя занесло-то, дружище. Воу, я упал. Что ты тут делаешь? Опять дерево поливаешь. Я шляпу тебе принял. Ха, да, реально поливает. Ха, своей поливалкой. О, детка, что это? Это то, о чем я думаю, невероятно. Могу я? Так, здесь ничего не происходит. Что? Вау. Хм, ха, фу. О, да, это работает. Я чувствую, как энергия с этого света сочится из каждой поры моего тела. Кто-то засунул шляпу. На голове у тебя не вижу, но ты что-то кричишь. Эта шляпа очень могущественная, Шеди. Может быть, даже слишком могущественная. Можно ли доверять какому-то одному человеку, обладающему такой потрясающей силой? Я могу, знаешь, сколько таких шляп наделать? Я просто использую ее для одной единственной речи, а потом спрячу подальше. Да ты ее уже, по-моему, спрятал подальше. Ты же кричал. Хорошо, спасибо, Шеди. Я объявлю о своей речи, как только буду готов. Пойду поговорю с Дэн Би о том, как устроить хорошее шоу. До скорой встречи, Шеди.
До скорой встречи, Бёрджес. Шляпу вытащи перед речью. Помятая будет. Так, с этим поговорили. Все, вот такой вот квест. Меч 15 дней ждать, 2 недели. Ну поехали, что там Пен оставил нам еще. Смотрим. Поиск сокровищ Пена. Биви, я шляпу сделал. Он собак, подожди, собак, 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 собак. У меня есть мясо как раз для собаки. Немо. Слышишь, Немо, если я тебя сейчас позову к себе жить, ты пойдешь ко мне жить? Хотя, мы с тобой мало знакомы, Гав-Гав. Но мясо же я тебе даю каждый день. А че у него не добавляется после вяленого мяса, не понял. На диете, что ли? Че очки не растут? Гав-гав. Немо. Ты же лучший питомец. Да, две... Не, оно растет, просто тут что-то не зачисляется. Ну, нормально. Еще две звезды, не знаю, как, со скольки звезд можно. Приятеля, наверное, да? А приятель у нас со скольки? С двух? С трех, наверное, да? Ну да. Да нет, вот Ян. Две звезды и приятель. Две с половиной, что ли? Наверное. Ладно, поехали. Далее. Куда еще заехал? Поехали, заедем. Блин, Банджо, ты коты разные. У меня, кстати, рыбы нету. Я все выбросил. Хочешь сушеную? А мясо ты любишь? Мясо все любят. Так мясо я люблю. Труди. Блин, одному коту дал, а капитану не дал, да? Кошмар, все мясо съедят. Плюс 3. Что ты делаешь? А ну зайди в конструктора практик. Что там вообще? Какую? Могу представить, сколько это будет стоить. А, так это я мог зайти прямо из меню, наверное. Ну да, зачем все заходить? Это же из меню. Вот такое меню есть и дома. А как это все? Вон, фабрика появилась. И что с ней делать? Блин, надо было сохранить. Сейчас деньги срежут. Да, есть фабрика. А что там еще говорили? Скотный двор. Или огород. Конюшня есть. Простой пруд есть. Ограждение, изящный ворот. Песчаный занавес. Скотный двор есть. А что еще? Деревянный, да, вот этот фабрик только. Нет, они что-то с огородом можно. А, теплица. А где теплица? Деревянный дом, каменный дом. Комната величина. Что такое комната величина? Не знаю. Но фабрика — это отдельное здание. Строишь, да, и туда засовываешь все остальное. Или как это работает? Ладно, давай сохранись, подожди. То сейчас мы тут настроим. А ну давай фабрику хоть чуть-чуть. Ну да, это как здание обычно. 2000, и что дали? Ну, дверь ставишь. А потом сюда... А чем здание фабрики отличается от здания дома? Тем, что оно не кирпичное, такой, вот такой вид. Типа все свои станки можно закрыть в здание фабрики, да? Ну ладно. Как это отменить все дело? Сколько там? 2000 у меня, а это что? Задать как фабрику. А, вот. Ставишь, короче, коробку, а потом задаешь как фабрику. И наверное, пульт появится перед ней, да? Сохранить шоурум. А ну. Недостаточно предметов. Как недостаточно предметов? Недостаточно предметов фабрики. Да, скорее всего, ты ставишь коробку, засовываешь туда вот эти вот штуки, все там размещаешь, а потом делаешь как фабрику. Ага. Угу. Понятно? И потом появляется пульт, типа управления всеми предметами, наверное, так. Тут так это сделали. А огород я могу прямо сейчас, наверное, сделать.
Хотя это называется фабрика, она не должна называться фабрикой. А как же тут засунуть сюда огород? Ха, не знаю. Ну, да. Вот эту теплицу, типа, можно сделать. Установка тепли. А как ее установить? Достаточно предмет. Подождите, теплица это было другое. Теплица это была не огороды. Огороды это огороды. А теплица это в горшках я там мог ставить. Она как? А зачем это делать? У меня все хорошо и растет и так. Типа автополив какой-то там. Ну тоже для автомати... Ладно, мы потом как-нибудь посмотрим. Вообще-то не нужно, наверное, если честно. В Портив, да, нужно было. Там промышленный был гринд. Масштабов там не до этого было. Там надо было именно вот промышленно работать. А здесь же не такие требования серьезные. Ну пока что, по крайней мере. Ладно, поехали. Не такие серьезные требования пока что, чтобы строить фабрику. Тем более земли мало, а новая земля за расширением. Я получу маленькую полосочку за 100 тысяч монет. Который. Так, это я к Пену иду? Нет, я иду не к Пену. Нет, к Пену. Вернее, не к Пену, а к его сокровищам. 130. Там пещера была, может, он про нее говорил. Помните, мы ее находили? Да, он, наверное, про нее и говорил. Про эту пещеру. И мы ее нашли снова. Да были мы здесь, Пен. Не удивил ты нас. Вполне. Так а что я сделал только что? Мне же надо загрузиться. Твою за ногу. А, я ж построил какую-то хрень там за 2000 монет, да? Мне же надо загрузиться. Надо отменить эту хрень. Да, я 2000 монет потратил на какую-то стену. А сломать ее... Так, народ, я загружусь, оттуда тогда поедем. Так, деньги вернули. Да, деньги вернули. Там надо как-то это все, если это и нужно, как-то это все надо будет на этом участке. Там в угол поставить просто это здание. И будет у меня как мастерская, но не так удобно. В этой мастерской. У меня 3 станка только работают нужных, которые производят детали для квестов. Переработчик, плавильные печи и шлифовальные, или как там еще что-то там, обрабатывающие 2. Время от времени, а все остальное не использую. Поэтому... А теплица вообще нафиг. Вообще нафиг эти овощи нужны. Вы не знаете, зачем эти овощи нужны? В Порте это все было связано, как-то вплетено в основные квесты. Без садоводчества и фермы ты дальше не пройдешь. Там годами приходилось ждать, пока что-то вырастет. Так, я здесь. Так, окей, ладно, пошли посмотрим, что здесь. Ну, мы тут были, там вещи какие-то были. У меня такое ощущение, меня посетило... Ой, ё-мё, перный театр. У меня такое ощущение посетило меня, что... Ой, ё-моё. Что мы сюда заходили? Теперь гиены что-то завелись. Пен, это подстава очередная тебе, да? Ого, уровень у них, слышите? 48-й. С моим-то 40-м. Ё-моё. С моим-то 40-м. Они на 10 уровней меня выше. Сейчас добьем. Так, добили. Подожди, добьем. Сначала мелочь обычную. Если бы не перчатки Пэна, здесь бы было тяжеловато, наверное. Мне сейчас будет тяжеловато. Сука рок-н-ролльщиков. Давай, добивай вот этого гада. Так, вальнули. Отходи чуть-чуть. Давай чуть-чуть подъедать. Есть у меня эти какие-то лекарства? Это на энергию. А тебя все съел, да?
Это у меня на крит плюс 30. Так, на энергию у меня не тратится особо сильно. Это у меня очки здоровья плюс 182. Это энергия плюс 36. Это я на шахты беру. Ну, давай съедим. Не хочется это есть, оно просто все вместе. Давай, наверное, съедим яичницу на 152 раз. Даже 200. Омлет с кинзой, давай. Работаем дальше. Че ты делаешь? Кнопку перепутал. Подлечился чуть-чуть. На пару тысяч подлечился. Тут просто перчаточки слетели у меня с быстрой панели, понимаете? И я подлечился, совсем не нужно. Потратил кучу всего. Твою ж за ногу. Жесть, что так они еле бьются. Нахрена себе урон. Я лечусь, а им похрена. Их урон, мое лечение полностью. Урон по 800 где-то, вы не представляете? Сейчас с этими рокенрольщиками разберусь. Будет чуть уже полегче. Вон, еще наконец-то скрит пошел. Да и урон у меня какой-то смешной, если честно. Не, ну рекенрольщики, конечно, прокачанные. 50 уровень. 51. Пен точно засада сделана здесь. Еще, блин, перчатка бьет как-то кривенько. Я, конечно, могу сейчас расстрелять их всех. Но... Беги. Сейчас один уже альфа рек... Еще и альфа рекенрольщик. Не просто. Он же бронированный. Хорош, улетел. Давай, добивай. Тот завис, видимо. Он бежит куда-то в стену. Беги. Главное, крит не пропускать от них. Спасибо, Мион. Ой, шикар. Сейчас добьем. Не добьем. Не добили одного. Хорош. Это вот удар у него. Хорош. Слушайте, посильнее Матильды будет. Вот этот рок-н-ролльщик. Беги. Жесть, все лечение ушло. Это явно пещера на 50 уровень, не меньше. Не выходи только, а то. Все, убили? Нет. Живой еще. Так, краб остался. Недоразумение вот это осталось. Сейчас мы его... Так он тоже 50 уровень карающий. Понимаете? Еще и током лупит, причем конкретно. И по области. Нормуль. Нормуль. Пол линии нету. Ну да, у них значок, видишь, красный. Этот бьет прям рядом. Беги. По области лучше вообще не подходить. Смертельный просто удар. Давай, чуть-чуть осталось. Потратил 20 лечения, ну 3 просто так съел на то, чтобы разминку сделать. Фу, там еще кто-то, по-моему, да? Поиск сокровищ, сейчас, подожди. А что мне показано? Последнее наставление Пена не сюда, как показано. Я не туда зашел, что ли? Смотрите, реально не туда показано. И где мне их искать, этих сокровищ?
Ну, убили всех. А, вот эти сокровища, что ли? Нет, показано туда, но сокровища вот. И появились они только после того, как я всех победил. Ну-ну. Золото, бриллианты и все, 400 гольдов. И все? Это сокровище? Да я потратил больше всего на свете, чем вот это. Да, ну ладно. И на том спасибо. Да. Еще сундук хоть разделаю. Да, это был квест. Есть. Все, больше ничего нет. Ты серьезно, больше ничего? Да, золото 5 кусков дали. Один бриллиант, который я дарю на день рождения обычно. Ну, замечательно. Вот мне забой дали еще всяких штук. Разных. Стойкость восстанавливается быстрее. Когда здоровье пускай не 30, стойка увеличится на 10. Так, мечи. Я их не использую, сейчас в перчатках бегаю. Перчатки это что вообще? Рукопашный бой? Копья. Кинжал. Ну, кинжалы уже все, наверное. Увеличит емкость магазина всех видов. Дает 30%, что метательное оружие не будет расходоваться. Да я почти не метаю. Я не знаю, что тут качать. При улучшении оружия дает шанс получить специальный эффект. Я не улучшаю оружие. Давайте вот это. Вот. Шанс действия нанести критический урон при использовании больших мечей. Так я сейчас с перчатками работаю. Это что? При каждой атаке есть шанс 50% своих 5 пунктов выносливость. При каждой атаке есть шанс. Ну это при кувырке. А, давай меч. Новичок тяжелого меча достигла 3. А дерусь я... Хочу так, хочу так. Может и мечом было лучше. В общем, спасибо, Пен. Ополовинил все мои запасы лекарств. Спасибо, Пенни, да. Все, что, закрыли мой квест. Да. Пещера 52 уровня были. Враги. Чисто такая мини-арена. Проверить свое оружие и свои аптечки посчитать. Так, что там еще у нас на краю? Что там за предложение? У меня энергии уже нет. Че от меня хотите? Вообще тебе надо сюда. Бесплатно возит. Вы могли бы придумать и за рыбу. Было бы справедливо. Утки тоже у нас что-то есть. Вон, кстати, мертвое дерево лежит. А ну, сейчас посмотрю, что за квест. О, Шейди, ты тоже здесь. Чтобы искупаться в великолепии Олимпии, люди из Альянса уже ушли. Они дали мне указание следовать этот объект. Это воплощение мечты невероятно. Ты знаешь, что это за место? Это твоя мечта. Это верфь звездных кораблей. Вот почему ты мой любимый мастер. Да, это верфь и стартовая площадка для звездолета во времена Старого Мира. На самом деле Олимпия — это название программы межзвездных исследований. Впервые я узнал о ней из записи на борту корабля Веги-5, который должен был стать первым звездным кораблем колонии, но потерпел крушение в день бедствия. Я не уверен, насколько все здесь пригодно для использования, все еще оставлю каталог. Составляю, но не надейся, наши друзья из Дулас уже все перерыли. Тем не менее, мне уже достаточно того, что я обнаружил эти руины, теперь это без тени сомнения доказывает, что эта программа Олимпия существовала и уже отправляла корабли с нашей планеты. Там еще есть выжившие люди среди звезд. Зная это, я не буду спать ночами. Все. Так, это... У нас что-то там работает. Да, изучается 5 дней. И все, ты ради этого сюда приперся. Будем с вами пытаться. У меня просто 100 энергии осталось после этой драки бесполезной за 5. За 5 кусков золота. Ну, давайте, оплачено же. Второй уровень далеко не зайдем, но все же. Тут, правда, можно купить восстановить, свина, но дороговато.
Давай, наверное, одну купим. Сейчас посмотрим, что тут можно достать. Давай конкретно по точкам. Кукла. Артефакт. Хотя и руда, наверное, нужна. Кто мне будет доставлять? Ее доставляют не очень много кроты. Кроты вообще почти ничего. Ну ладно, если нужна будет, сюда придем, быстро набьем. Тут он у нас слева и справа. Заходи и копай. Что там дают? Универсальный набор инструментов. Даже два. Так, дверь вверх. Что у нас тут? Да я не бил их, они сами прилипли. Процессор. Даже два. Еще вот это. Что это такое красное? Дать чего-нибудь. Процессор, хорошо. Еще три. Так, надо съесть то, что мы купили только что. А, давай, наверное, съедим эту. Хотя, ладно, ешь таблетки. Плюс 100 энергии, а у меня есть поменьше. У меня есть, например, сушеная сандакула, которая никому не нужна. Давай. Может, хватит нам пробить эту штуку. И вряд ли. Мы взяли опять процессор. Мы взяли куклу. Танцующий лев, и мы взяли еще одну куклу. Так, 18. Бежим дальше. Универсальный наборчик инструментов и проход вправо. Недостаточно энергии. Для этого у меня есть вот это. Мы взяли снова куклу. Как же тут пролезть? Вниз? Ага. Пойми, куда тут лезть. Вау! Сюда. Вот вам и туннельчик. Даешь-маешь. Еще? Да. Зато экономия энергии. Нормальный туннель. 48. Блин, еще один коридор. Это что? Я застрял. Теперь вылез. Универсальный набор. Да, это выход. Сколько у меня еще? 28. Давай, наверное, титановую руду. Насколько хватит? Все хватит. Третий уровень. Докопали. А что мы с вами ждем? А, суд над Хару и Логаном. Я думаю, что у нас дальше по сюжету? Просто дни с вами протянуть. Растянуть. Пока хватит, ничего не буду покупать. На третий день вроде бы сказали, да? Ожидается. Что-то у нас на третьем уровне. Новый артефакт, так все тоже. Дейзи, вези меня обратно. Да, вези обратно.
Так я не посмотрел, что здесь в округе. Надо сначала посмотреть, а потом уже тогда заходить. То я без силы выхожу. Второй и первый уровень можно подзачищать. Возвращаться опять. И если нужна руда, я там почти ничего не трогал. Так. И место утки Дейзи даже нашлось в нашей истории. Но теперь нас увозят. Ну, я готов. Немного руды, немного процессоров, немного артефактов. Немного Бёрджеса со шляпой. Это шляпу вынул. Не забудь погладить. Так, прогладить вернее. Так, поехали. Рыба тут дофига. Забрасывай. Добро взяли. Давай нам большой контейнер. Занесли артефакты. Высокоскоростной двигатель, у меня всего два. Где он находится? Заброшенные руины космического корабля, понял? Обрывки волокна даже попали. А, сейчас еще будет. Посмотрим еще на новые ящики с ресурсами. Да? Пицца еще можно... это мелочи, это можно куда-то идти. Ладно, давай откроем. Выдающееся качество. Заброшенные руины. Мы получаем с вами силовые камни, кому не нужны. Высокоскоростной процессор, который везде валяется. И 5 силовые камни и еще 2 высокоскоростных процессора. И одно волокно. И одно волокно. Да. Так, хорошо. От Пена вздрючку получили. Кстати, серебряный слиток тоже туда нужно. Будем еще, наверное, делать его. Сейчас посмотрим. Ну да, если есть. А серебро не выпадало больше. Надо бить. Гранитная плита, цинк, титановый сплав. Сколько у меня? Одна? 13 по полной, пусть плавится. Тем более там делается, и здесь делается. Уже нормально. Уже будет, когда будет новый квест. Что на переработке у нас тут понавыпадало? Чип новенькое. Цинк, титановый сплав, алюминиевый сплав и всякая ерунда. Композитное волокно и все такое. Смотрим тут. 7 керамический отход. Давай. Обрывки волокна. Добавить. Так, есть. А здесь мы добавляем то, что-нибудь эдакого. Продвинутый механический или алюминиевый. Сделается. Good. 2303. Так, ну если строить мастерскую, то строить ее, естественно, где-то вот тут. Строить, естественно, где-то в этом углу. Нужна нам ли эта мастерская? Не знаю. Это стоит денег. Когда и так все хорошо работает. Не, так будет, конечно, все культурно, но не знаю. Ладно, подумаем над этим. Светлое время суток. Все у нас работает, все, ничего больше не нужно. Промышленные станки там что-нибудь подточить, выточить, а то потом будем ждать. Гранитная плита нужна? У нас нет, вот, улучшенная печь. Доски из древесины акации. Где взять древесины? Где-то найти надо, еще будет какая-то локация. Лист из органической керамики. Надо будет делать. Рано или поздно. А титан, алюминиевая плита. Вот такой у нас нету. Сразу можно сделать штук 10, я думаю. Пусть вытачивается. Рано или поздно понадобится. Так, этого у нас нет. То титан алюминиевый делается. Алюминиевый сплав. 18, цинк титановая. Сделай одну, пусть делается. Хоть две будет. Так, а тут всякие запчасти нам нужны, да? Например, вот такие. Все изготавливается. Привет, Грейс. Все, закинули, забросили. 23.47, я пошел спать. Завтра, я так понимаю, суд должен быть. Третий день наступает. Тоже и пора бы. С вами тут разгрузили немножко побочечку. Малеха. Мансур там что-то нам...
календаре добавлена новая дата. Какая это дата там добавлена? Что там за дату добавили в календаре? Сегодня день суда. Может мне пойти посмотреть? А меня не спрашивают, меня сразу затаскивают. Ну, пора бы уже, да. Хотя какой суд может быть над спасителями гор? Давайте еще Шэдди осудим. За то, что он убил там рок-н-ролльщика Альфа какого-то. Из Красной книги. Граждане Сэндрока, добро пожаловать на сегодняшнее слушание. Я знаю, что с момента возвращения Логана и Хару Сэндрок все было неясно относительно их будущего. Мы собрались здесь, чтобы вместе решить, как поступить в их уникальном случае. Мы считаем, что этот вопрос не должен затягиваться дольше, чем это необходимо. Поэтому дальше я передаю это дело шерифу Джастису. Ну да, с которым мы плечом к плечу отбивали врагов, спасали Сэндрок, и он сейчас будет их судить. Спасибо, Бэр. Хорошо, давайте сначала проясним ситуацию. Логан, вы были или не были бандитом? Джастис, ну ты же не Унсур. Был. Второе. Во время вашего отсутствия в Сэндроке мы получили несколько сообщений о том, что людей в окрестностях грабят какие-то люди на козлах. Не может быть, они грабили людей. А как иначе мы будем питаться? Это правда. Я этим не горжусь, у нас не было выбора, но это не оправдание. Есть еще случаи с кражей денег у банкира, похищения человека и ограбления поезда. Затем мы переходим к двум другим делам, к которым, я думаю, мы можем отнестись более спокойно. Знаете, Матильда оказалась злодейкой, а Пен взорвал водонапорную башню. Так что если говорить о наказании, то по кодексу Сэндрока мы бы рекомендовали от 5 дней до 1 сезона тюрьмы и штраф в размере от 50 тысяч... Да 500 тысяч гуль. Я ж надеюсь, не я буду платить за них штраф. 500 тысяч? Это стартового капитала хватит для городского проекта. Да, это предел, и именно этим мы сегодня и занимаемся. Помните, Логан и Хару когда-то были одними из нас. Они хотят вернуться в своей жизни, как и все мы. Мы не хотим торопиться, мы не можем относиться к этому легкомысленно. Мы прошли через многое, это касается всех. Поэтому мы хотели принять это решение вместе. Если вам есть что сказать, говорите сейчас. Джастис, ты решил нажиться на этих парнях? Я просто выйду и скажу это. Логан — герой. Он помог изгнать Дуас и спас Сэндрок, вот именно. Любое прощение, кроме полного, было бы несправедливостью. Все успокойтесь, я ценю ваши чувства, но вы не можете этого сделать. Закон есть закон. Я не собираюсь забывать о своих преступлениях только потому, что я сделал несколько вещей правильно. Отлично, тогда я голосую за более мягкий штраф. Ни в коем случае нельзя нагружать себя какими-нибудь нелепыми штрафами. Арвио, за 50 тысяч? Он прав, если мы не будем обращать внимания на то, как много ты для нас сделал, тогда что это будет говорить о нас, ребята? Ладно, похоже, у каждого есть свое мнение, но помните, мы должны отнестись к этому серьезно. Давайте поднимем руки. Все, кто считает, что Логан должен получить более мягкий приговор, поднимите руку. Стоит ли поддержать более легкое наказание для Логана? Да. 50 тысяч. Но я за него платить не буду. У меня всего 50 тысяч. Я за. Две руки поднял Энди. Давайте-ка подумаем. Жасмин, Энди, извини, но детей не считает. Кроме того, ты знаешь, что я вижу, что ты держишь обе руки, верно, Энди? Это несправедливо. Дети тоже люди. Все в порядке, Жас. Все равно все проголосовали за него. Похоже, большинство людей с ними заодно, кто-нибудь против? Что ж, похоже, на этом сегодняшнее слушание закончено. Подождите, накажите меня по всей строгости. У тебя есть 500 тысяч, блин. Или ты дом папы продашь? Логан, ты хочешь, чтобы мы тебя наказали? Так точно, выпарите меня. Что ты сказал? Нет, не он сказал. Бёрджес, Купер, вы не подняли руки, говорите. Ну, мы должны подумать о... Да вытащи ты шапку уже из кармана и скажи нормально. Бёрджес, это потому, что Логан тебя ударил и взорвал храм? О, нет, Свет говорит, что нужно подставить другую щеку, я все еще жду второго удара. Я просто не могу не думать, правильно ли это. Подожди, Дэнби, ты подняла руку? Конечно, Логан спас нас, если бы не он, нас бы захватили Дуос. Мы обязаны ему жизнью. Я понимаю, что Логан сделал большое добро. И я искренне благодарен ему за это, но разве мы можем применять закон так, как нам хочется? Я лишь хочу сказать, что институции и порядок создаются не просто так. Хорошо сказано, Бёрджес. Он прав, я хочу искупить свою вину и прости за этот удар. Логан, ты говоришь ерунду, люди пишут законы, а мы можем применять их как хотим.
Нет, и это может прозвучать как слова Мигеля, но закон — это не какая-то изменчивая штука. Сейчас мы в безопасности, но подумайте о тех, кто пострадал от Логана, он все равно сделал им плохо. Я высказал свою точку зрения. Прости, если это обидело тебя, Логан. Я думаю, что если есть возможность простить жертв Логана, то я за то, чтобы все прошло так. Нет, я полностью согласен. Хорошо, продолжаем. Кто-нибудь еще хочет высказаться? Давайте, говорить. Да, мне есть что сказать, так что слушайте внимательно. Я знаю этого мальчика с тех пор, как он был маленьким. Когда ему было 3 года, я знал, что это за мальчик. Я бы сказал, что Хайди тогда была примерно столько же. О нет, только не история собак. Хьюго и Хоулит болтали, а дети играли на полу. Должен вам сказать, что в те времена была одна семья, у них была большая старая гончая. Помнишь, Хьюго? Эта собака ужасно лаяла, громче некуда. Хайди пыталась схватить его за хвост, и она набросилась на нее. Попыталась откусить ей руку. Но Логан встал на пути и стоял там, лаял на нее в ответ. Черт возьми, эта собака убежала быстрее, чем вы когда-либо видели. Говорю вам, этот парень не может быть никем, кроме как хорошим. Итак, твой голос? Черт возьми, я предлагаю отпустить этого парня. Он один из нас. Купер никогда не пойдет против своих. Да, вперед, па! Правильно, Купер, но не проще ли было просто поднять руку, а? Подождите, Джастис, ничего, если я сначала скажу несколько слов. Я думаю, что говорю за всех присутствующих, когда говорю, что Сандрок видел свою долю гнусного поведения. Вы вынуждены были сидеть сложа руки, когда наш комиссар издевался над своими сотрудниками и использовал всех нас в своих интересах. На данный момент мы все еще не знаем, что нас ждет в будущем. Возможно, у некоторых из вас в душе еще остались сомнения. Но я думаю, что вы должны спросить себя, что бы вы сделали на месте Логана. Вашего отца забрали и убили. Разве вы не поступили бы так же, как он? Бёрджесс прав. Всегда есть способ работать в рамках закона, но иногда этот способ не очевиден. Если бы вы были на его месте, стали бы вы просто сидеть и надеяться на лучшее. Не знаю. Но я не могу сказать, что не поступил бы так же. Ну, это все от меня, Шэдди. Я думаю, что ты знаешь обо всем этом лучше, чем кто-либо другой. Есть что сказать. Я голосую за прощение. Он сделал очень много для Сандрок. Я думаю, что наказание имеет место быть. Закон должен быть соблюден. Извините, я воздерживаюсь. Конечно же, прощение. Если бы не он, нас бы там убили. Шэдди правильно говорит, он сыграл важную роль в защите Сандрока. Если мы не можем заставить законы отражать нас как людей, то что мы можем сделать? Все, чего мы хотим, это чтобы Логан вернулся и снова стал частью Сандрока. Конечно, ты можешь отказаться от нашей помощи и попросить запереть тебя надолго, но ты ставишь барьеры, которых не заслуживаешь, и это никому не помогает. Это только отталкивает тебя все дальше и дальше от нас. Я... Как насчет того, чтобы немного подумать об этом? Хорошо, мы подумаем об этом. Даже Хару уже понял, что чем сидеть добровольно 50 лет, лучше выйти просто так завтра же, да? Спасибо всем. Как мэр, я должна быть беспристрастной, но обещаю, что при обсуждении будут учитывать мнение каждого. На этом мы закончим сегодняшнее слушание. У нас еще есть несколько человек, которые не смогли прийти. Поэтому шериф Джастис выяснит их мнение. Мы соберем результаты и сообщим всем как можно скорее. Понятно. Все, что ли? Все, что ли? Этот Логан твердолобый, как всегда. Надеюсь, он разрешит мне доставлять еду, пока он там. Тюремная еда, но это тюремная еда, Шэдди. Понятно. Тюремная еда, это тюремная еда. Трудё? Шэдди, я уверена, что ты в курсе про решение города. Как мэр города, я считаю, что мы сделали правильный выбор. В любом случае, я думаю, мы можем рассчитывать на то, что скоро все вернется на круги своя. Согласен. Так, кто там далеко живет, чтобы их потом, блин, не выцеплять далеко? Бёрджесс? Ты ж не там живешь, куда ты пошел? А, с Бёрджессом нельзя поговорить. Самое интересное. Который? Рири наконец-то вернулся, придется сделать покупки, приготовить ему любимую рагу. Который? Знаешь, если честно, я все больше склоняюсь к идее Логан попадает в тюрьму. Мы же не хотим, чтобы туристы думали, что у нас тут беззаконие, к тому же наказание не такое уж и страшное. Согласен. Венти? Ну, если Логан не может заплатить штраф, он всегда может прийти в шахты и прям в рифму. Может быть, это будет нашим лозунгом при приеме на работу. Пек? Я самых главных сейчас опрашиваю. Босс в конце месяца публично объявляет тех, кто опоздает больше всего.
Пек даже не имеет голоса. Ну и Амира. Амира, что скажешь по поводу Логана? Отдавать Логана под суд — это не то, чего мы действительно хотели, но теперь это уже не важно. Я просто с нетерпением жду, когда все вернется на круги своя. Бай, Амира. Может, еще увидимся когда? Куперу? Я буду честен с тобой, Шейди. Мое мнение правильным и неправильным так же не постоянно, как перекати поле в песчаную бурю. В основном я просто иду на поводу у того, что соответствует моим личным интересам в данный момент. Возможно, когда-то я был главным сторонником того, чтобы посадить Логана за решетку, да, но знаешь что, я изменил свое мнение, еще раз передумаю. С тобой ясно. Так, с Дэн Би пообщались, Морт не явился, да, на собрание? У меня нет квестов. Решение не принято. День судный. Амира там что-то ходит. Ты ее не найдешь, то теперь она меня на каждом перекрестке встречает, представляете? Так, мистер Ци. Че ты скажешь по этому поводу? Мне кажется, бессмысленным иметь все эти законы, а потом решить, что мы хотим следовать только некоторым из них, когда дело дойдет до реальной ситуации. Только потому, что мы так чувствуем, что Логан не должен быть наказан. Я бы предложил создать закон специально для таких ситуаций, и проблема решена. Мистер Ци, тебя уже давно надо посадить за твои эксперименты. Где мой меч, кстати? Джинни? Видишь, валялось что-то. А, это лавка. Так, а где мой этот... Где мой животный? Дай мне кмелюшу. Во! Вот эта скорость! А что такое? Нет. Так, меня интересует Морт. Он не пришел на слушание. Да и Зик не пришел. Морт? Настоящее преступление заключается в том, что наше общество толкает хорошего человека на такие отчаянные поступки, чтобы выжить. Понятно. Что, к Зику поедем? Где ты? А. Я тут утром еще не был. Зик, наверное, дома еще. Зик, а ты дома или уже на ферме? Он всегда здесь. Нельзя слишком злиться на Логана. Я тоже люблю пачкать руки. Просто немного юмора садовника может быть не вовремя. Да я дыни куплю, сидят хорошие цены. Нормальные цены можно купить, дыник. Так, дыняк и картошки. Потому что там жрут нереально вот эти вот мои животные. 1000 гольдов, как и не бывало. Ну, красавчик. А я думал, мне предложат заплатить за него штрафик. Цифру 50 тысяч. Мусолили? Мне как раз 50 тысяч. В носке. Думал, сейчас мне предложат. Фанк. Что ты скажешь по этому поводу? Если ты дома, а не в пустыне. Его нету. Нету. Я к нему не могу войти. Я даже с ним не приятель. Показалось. Странно это место. Клиника, лучше сюда не попадать. Матильда, он попала и в космосе оказалась. Ладно, я не знаю, чем мы будем с вами еще день заниматься. Наверное, надо идти... А, подождите, я, может, соберу... какие-то артефакты, что ли, для своего дома. В котором мне негде ничего ставить. Так, артефакты, сборочная машина. Что тут я насобирал? Он собирал, наверное, много, да, всего 3 штуки. Кукла танцующий лев на шарике. За 5 дисков. Модель поезда. За 15. И космический скафандр. За 10. Всего, больше ничего не могу собрать. Камеру могу собрать? Не могу. А камера... Я в музей сдавал камеру, нет? Камеру сдавал в музей? К-
Камеру сдать нельзя в музее. Она у меня уже есть. Машина ли восстановить? А что нельзя сдать? Вы уже передавали. А, понятно. Вот этот фигнёчки защиты можно сдать. 15. Танцующий лев. Хотя защита нам бы понадобилась. Бьют больно. А сюда что? Очки защиты плюс 40. А, давай мелкую сдадим сюда. Пусть тут стоит. 15 он еще не даст. Все, пожертвовать не удалось. Пусть стоит. Это поезд. Атака 26. Нет, поезд мне нужен. Как раз атаку увеличить нам бы не помешал. Да, насчет атаки не помешать. Ладно. Как раз мне надо атаку можно увеличить и защиту можно увеличить. Мне здоровье можно не улучшать. Все, что связано со здоровьем, артефакты, можно их выбрасывать. На какое-то время. Что тут у нас еще? Ландо, тра-та-та, Либи. Хьюго. О, как раз все здесь стоят. Немного времени внутри пойдет Логан на пользу. Он не из тех, кто хочет избежать наказания. Он хочет признать свои ошибки. Я очень уважаю его за это. Согласен. Бюрджес. Опять с Бюрджесом нельзя поговорить, а? Что касается суда над Логаном, то два зла не делает добра. Но я думаю, что одно правильное решение компенсирует одно неправильное. Верно? Верно. Мейбль. Я думаю, что это наилучший исход. Логан и Хару настоящие мужчины, раз так сдались. Это показывает, что мы город закона и порядка. Но не до такой степени, чтобы быть жестокими и несправедливыми. Рецепт есть? Я хочу тебе фаршированный гриб. Отлично. Джесмин. Я до сих пор злюсь, что мне не дали проголосовать на суде. Я же достаточно взрослый, чтобы понимать, что мой друг герой, а не преступник. Согласен. Денби. Наказывать того, кто хочет быть наказан, не слишком оправданно. Я предпочитаю, чтобы мой моральный выбор был не сложнее, чем в любом романе, где герой собака. Чё? Обратно. Чуть Денби не закрутил. Кнопку не ту нажал. Так, с вами все. Рири дома сидит, как обычно. Что там Пауль бегает? Что у нас здесь? А куда Яна? Он в тюрьме сидит или прячется? 4000, не, делается чуть-чуть квесты. Но я чисто на сюжете обгоняю даже Миан, ничего не делаю. Нет, обойдетесь. Так тут и выполнять нечего, все сложное, затратное. И зачем нам такое? 6 рыбок, одну, блин, зажарил. Сандакуда. Сандакуда, вернее. Очень низкий рейтинг за нее. Ловить ее не так и легко. Кактусы в основном, видите? 1400, вот, за 4000, два остальных карка. 5000 можно получить, а? 5000 за два каркаса. Давай, наверное, возьмем. Давай возьмем. Сейчас посмотрю, еще каркас делается. За 5000 свечу. Это хорошие деньги. Это, конечно... О, вон фанг бродит. Смотрим возле моего дома. Ты его вообще не видно было. Теперь появился. Смотрите. Логан прав. Никто не должен быть выше закона. Понятно. Вас понял. Так, тут у нас что-то Так, давай сюда. Утверждаем. Это я, кстати, могу прокачать, если нужно. Нашу машину. Магниохромовое печное ядро. Вода заканчивается у нас. Так, что тут дают? Мусор. Бёрджест. Здравствуйте, Шэдди. Завтра важный день, моя первая проповедь в качестве министра. Я немного смазал внутреннюю подкладку министерской шляп, чтобы энергия освещенного света лучше проходила в мой мозг. Должно получиться здорово. Смотри, чтобы ты ее вытащил потом из мозга. Начало в 9 часов на открытой сцене голубой луны. Хорошо, очень надеюсь, что ты сможешь прийти. Так ты там уже стоишь. День 25 осень. Завтра или сегодня? Мистер Ци, что тебе надо?
Срочное давление. Отправляюсь в командировку. Если вам нужно сделать какие-нибудь устройства, пожалуйста, срочно управляйте машиной, диском данных. В советском центре не ищите меня. Ладно, я просто хотел это написать. Если вам действительно нужно будет найти, то в настоящее время прохожу полевые испытания в северных руинах. Автоматическая рисоварка. Зачем это? После изучения можно использовать автоматическую рисоварку. Я тебя просил ее? Пища для мозга. Письмо от Морта. Это подарочки. Желтая лаванда. Шеди, сегодня мне вдруг захотелось подарить тебе. С могилки срезал. Какой-то, да, наверное? Отцы и дети. Я это просто обожаю. Надеюсь, это тебе тоже понравится. Сумка реликвий. Блин, только избавился от мусора, опять мне надавали. А что за рисоварка, мусороварка? Она... Зачем она мне нужна? Я вот это хотел сделать. Кстати, медный котелок делается. Для этого, в принципе, все есть. Марганцевая сталь только нет. Медный шуруп сейчас сделаем. Тут делать, по-моему. Медный шуруп. Нет, не тут. Делается на среднем у меня. Тут он делается. А чё 7? Чё 7? 4 хватит. Все, запускаем его. Пусть делается. Чё часов будет. Плит сколько надел. Класс. Так, забрасывай. Ого. Мраморные кирпичи, цинк, сплав. Так, мусорок забросали. Давай сюда. Там еще рано. Ладно. А что за рисоварка? Это из вот этого? Из прочего? Автоматическая рисоварка. Это квест? Стальной слиток есть, это сделаем. Это есть. Медный котел сделаем. Вот эту штуку одну. Ядро алого камня. Так, и марганцевую сталь. Желательно побольше. Пусть изготавливается. Так, котел. Окей. Можем делать, я думаю. Добавить очередь. Рисоварка. Это она? Она. Пошел процесс. 7 секунд будет делаться. Так, там тоже делается. Тут делается. Стальной слиток делается. Ядро алого камня ушло. Пища для мозга. Все, сделал. Быстро ж ты это сделал. Поговорить с мистером Ци. Чугунный стержень. Завершить стальной каркас. Два я делаю. Да, поручение Сандрока — это важно. Скоро будет. Мне только не хватает марганцевой стали, один кусочек, и медных шурупов. Но мне их надо больше, чем... Не, ну ровно 7, да. Ладно. Пока всего хватает. Давай, пока мистер Ци никуда не уехал. Поехали к нему. Сдадим рисоварку. Он куда-то движется, я его уже вижу. Он в пути. Нет, он в доме сидит. Это редиска ходит. Или радиса. Так. Мистер Ци. Это ты в полевых условиях работаешь, да? Дома прячешься. Спасибо, в последнее время я так увлечен своими исследованиями, что часто забываю поесть. Однажды я чуть не съел еду, оставшуюся старого мира. Вовремя сообразил, что чуть не попал в клинику. Если мой организм заболел, то это мелочи. Но если это мешает моим исследованиям, это становится настоящей проблемой. Теперь, когда у меня есть эта рисоварка, я могу готовить для себя, не теряя времени. Это благотворно сказывается и на моем здоровье, и на моих исследованиях. Пища для мозга. 1000 гольдов. Хорошо. Как вообще жизнь? Вот ты где. Да, ты где? Чё это за комната? А, ты тут живёшь. За ней должен был проверить, что там у тебя. Мало ли, что там у тебя. Так, поехали. Куда? Да никуда. Ждем шурупы. И да, по идее, да все. И да, по идее, да все.
Идти шахту защищать. Добывать больше металла. Она, наверное, поздно понадобится. Или дом построить. С мастерской. Не, и так все устраивай. А вдруг женюсь? Хотя тут сложно с женитьбой. Хрен женишься на том, кто тебе нужен. Или надо все условия выполнять, или так не договоришься по-другому. Так, с вот этой братвой я не разговаривал еще. Желательно мне туда обзавалиться сейчас. Давай, наверное, туда завалюсь, пока они там все вместе на площади. Потому что завтра произойдет какое-то другое событие, диалоги уже будут недоступны. О! Тебя я точно не видел. В последнее время в нашей тюрьме много людей, что для меня очень даже хорошо. Всегда есть с кем поговорить на работе. Логан сказал, что в его убежище есть классные камни. Мы собираемся туда сходить, когда он выйдет. Он сейчас в тюрьме сидит, надо проведать, пойти его. А кто мастерской сейчас управляет? А? Джасмин, мы общались. Одной там нет. Думаю, я немного подкорректирую свой роман. Пусть мой персонаж совершает более гнусные поступки, чем Логан на суде. Над Логаном было настолько очевидно, что он был прав. Что это не просто не способствует развитию повествования. Так, кто еще? Джастис прилез. Это был не Джастис, гав-гав. Мясо хочешь? Там что-то было, плюс два. Да я не уверен. Так, с Труди я общался, по-моему. Да, с Труди я общался. Подожди, Хайди, 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 Хайди. Хайди. Труди была очень расстроена тем, что ей пришлось составлять бумаги о заключении Логана и Хару в тюрьму, я тоже. Но знаешь, забавно, что меньше всех, похоже, переживали как раз Логан и Хару. А что тебе нужно? Браслет из друга Якмеля. Зачем он тебе нужен? Тоже старомодная вещь. Так, Консур, Труди, Элси. Не видел эти. Логан, что что-то возьмите, ты себе позволяешь? Что это за идиот наказывает себя? Что ты имеешь в виду? Я слышал, ты побежала преследовать врагов. Это совсем другое. Тогда я не пыталась наказать кого-либо из себя. Хорошо, хорошо. Какой был ни был результат, я признаю, что жаловаться не буду. Ты серьезно? Да, я пойду собирать вещи. Забегай вперед. Элси, что ты там уже придумал? Куда ты собралась? Логан получил несколько дней в камере, ха, сосунки, это ерунда. Он, по сути, вышел сухим из воды. Похоже, моя петиция действительно сработала. Была, да, петиция? Логан, что ты скажешь, свою защиту? О, день рождения, мы теперь знаем. Мой день рождения за день до дня воспоминаний. Стараюсь не помнить об этом празднике, так что обычно в это время я не в настроении. Логан появился официально у нас в календаре. А Хару? Спасибо, Ару, я очень ценю твою поддержку. Это самое малое, что я могу сделать. Кому-то так же, как тебе, я отмазываюсь, мало кому. Джесси, что тебе надо? Конечно, не стоит сажать в тюрьму такого героя, как Логан, но если эта маленькая шарада вернет ему расположение людей, я, пожалуй, не буду высовываться и буду выполнять приказы. Подожди. Стой. Хару и Логан получили одинаковый приговор, хотя Логан был главарем, верно? Позже, когда Хару выйдет на свободу, я все равно буду сотрудничать с ним по новым товарам. Это твое дело. Куда уже Хару делся, вот он. Значит, это Пен, понятно. Знание того, что Хоулита убили не по моей ошибке, это очень слабое утешение. Но спасибо за сообщение. Ты потрясающий боец, я слышал. Ты из Боривея, верно? Я никогда не покидал Сандрок, но мне бы хотелось когда-нибудь увидеть весь мир. Так, а ну-ка покажите мне этих парней. Добавились они? Да, кто-то кого-то сдвинул. Ян не исчез. Мигель на месте, с сердечками еще тем более. Логан на месте. Ого, сразу 4 сердца, ну понятно. Мансуры, Хару, он всегда здесь и был. Ничего себе, Логан. Который обогнал. Вот это рванул. Ладно. Матильда последняя. Еще 2 места, кстати, есть какие-то. С кем я еще здесь не общался? По-моему, уже со всеми наобщался. Не зря заехали на площадь.
Виви, 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 точно. Сейчас я куплю брезент под старой традиции. Виви. А Виви уходит, как и обычно. Пришлось столкнуть ее. Я подписала петицию, Элси прекрасно знает, что петиции не могут изменить закон, но думаю, нам всем от этого стало легче. Согласен. Так, Виви, Рок я еще... Не, не видел. А, Мян не помню. Мян, мы видели тебя? Как вы бегаете быстро? Да, я тебя видел уже точно. Это кто? Это Хару. Так, с Бёрджесом общались. Ох, они теперь все носятся. Я узнал об этой идее под названием «Буква закона». Идея о том, что нужно просто слепо следовать законам, даже если они противоречат духу закона. Я даже не знал, что существует альтернатива. В общем, в последнее время все обвиняют меня в этом. Слышь, мне вода нужна будет скоро. Я это уже чувствую. Вон Рокки идет. С ним я еще не общался. Я предпочитаю давать под суд таких, как я. Никаких разноглагольствований, не просто бах-бум прямо на луну. И Кристал. Кристал надо новое платье купить. Как Логан собирается оплачивать эти штрафы? Они же не бандиты. Как кто-то неправильно навешивает долги на человека, который, как известно, на мели. Че, на мели? Может, у него там есть деньги? Кто ж его знает? Может, и есть. Так, болты готовы, нет? Че я заказал? 8 шурупов, готово, уже делается другое. Так, тогда два делаем. Сейчас железо заберу. Во. Теперь два можем сделать. Это чисто разжиться деньжищами. Так, это сюда. Это сюда, так тоже про запас сделали. Только в большом контейнере осталось место вот здесь. Но это я сейчас отдам. Паровоз я хочу дома поставить. Плиты сюда. Так, заказывай еще, наверное. Тут у нас два. Лист органическое это не сделает. Древесина, гранитная. Вот это что за фигня? Гранитная плитка. А, нужен гранит. А мне его нету. Ладно, пока не... Подожди, давай закажем... Давай тогда закажем, я не знаю, что. Вот эту бронзовую фигню, это... Пусть будет что пусть. Пусть точится. Это установка улучшения, она мне не нужна. Рунный обогатитель. Там чё-то мне не хватало. С алюминиевой руды, да, достается. Лунный камень, он нам нужен. Кварц. Лазурит, гранит, ломание камня, кристалл, высокое, неисправный камень, 9 что это, разберем 8 часов, нифига нужно, сейчас перерабатывается. Есть, и воду я хотел сейчас сделать, сколько у меня там воды есть, для всего, производства, 10 штук. Так, поехали отдадим, 5000 налегке сейчас заработаем. Еще если в этот день сдадим, так вообще кучу денег. Банджо. Здорово, Банджо. Рыбы нет. Да, не расстраивайся. А где ты что-то попер? Надо еще в тюрьму зайти, проверить Татьяна. Правда, он не сидит в тюрьме вместе с Мигелем. Энди. Мастер, мой день рождения 5 числа осени. Можешь подарить мне что-нибудь на свой вкус. Он уже прошел. Вы все должны устраивать парад в честь Логана, а вместо этого его сажают в тюрьму. Это несправедливость. Суд был цирком для свиней. Это величайшее нарушение правосудия в истории свободных городов. 5 дней это слишком долго. Кому я должен жаловаться? Верховный суд? Тебе удалось победить полностью экипированного Пена. Вот это да, это что-то новенькое. Скажи, что случилось с моим суперщитом? Он должен был быть защитой от Пена. Неужели мы все просто забыли об этом?
Я слышал, что отец Логана был непревзойденным, когда он был молодым. Он был очень крутым. Его даже уважал лидер гиглеров. Я не выдумываю. Так, Хайди там вверху. Привет, Шэдди. Здорово. Хайди, я принес мега крутой заказ тебе. Не это. Да, на 4667 монет и 5 значков коммерции. Репутация мастерской и опыт. Знала, что могу на тебя рассчитывать. У вас имя настоящая кровь. Благодарю. Мы богаты. 4900 за бонус еще у нас. Итого у нас 55 тысяч. Таких денег отроду не было. Нет, были. Мы их потратили на расширение участка, который добавлял одну маленькую полосочку. Слева и справа. Где мой якмель? Ты едешь, не? А, поехали еще тюремщика проведаем. Капитан, как жизнь? Мяу. Мне тебе ничего дарить, я рыбу не взял, а мясо не получишь. Я собаку откармливаю. Как тут заключенные? А, они все вместе. Яно Мигель. Яно Мигель. Мигель Яно. Значит, Матильда и все козни были сорваны тобой гражданским корпусом. Возможно, в этом мире все такие. Есть справедливость. А как поговорить с Яном в вашем совокуплении? Не знаю, один Мигель тут за всех отвечает. Блин, как поговорить не с Мигелем, а? Вот блин. Только с ним можно поговорить. Ну, ладно. Че не в тюрьме? А кто в тюрьме сидит? Зеркало? Зеркало, ты за всех отбываешь, что ли? Отпустите зеркало. У меня с ним отношения, кстати, качаются. Ладно, я отбегал все. Все, что мог, оббегал, поехали домой. Даже 5000 заработал. Со свербюдом надо дружить, с сурикатом надо дружить вообще-то. Не знаю, кто это придумал, с сурикатами дружить и с верблюдами. У меня есть свой верблюд, я с ним дружу. Ну чё, давайте тут посмотрим. Все-таки попробуем, может, расширение дома, да, какое-то влепить. Так, подожди, остановятся станки тогда. Композитный, некомпозитный. Сейчас что-нибудь решим. Это пока ничего не трогай. А ну. Сохраняйся. Не хочется, конечно, сейчас навредить, но все же. Если мастерскую где-то вставить. Так, а ну вот сюда. Поставь пока сюда. Я сохранился же, да, если что? Как это поменять? Вот так. Это я руками перетащу. Ну, уходи. И опять ночью. Я не хотел ночью это делать, но придется, походу. Мне так удобно. Переработчики тут. Вот там. Зачем это мастерская? Фабрика. Ну, тут она в центре должна быть. Ну, в углу, конечно, надо строить. По периметру. Так, если что, я сохранен. Потом просто загрузим, да и все. Як меня кто-то сдвинет, нет? Фабрика. Я не хочу фабрику. Я хочу каменный дом. А ну. Могу деревянный дом. А каменный это кирпичный, да? Ну, в принципе, да. А я могу с него сделать потом? Вот, например, фабрику влепить, нет? Нет. Ой, фабрика сверху строится. Нет, это не годится. Как отменить? R переделать, украшение убрать. Нет, подожди, как его? Как удалить? Какой кнопкой удалять? Выход, двиг... А, нажимаешь и...
Задать фабрику можно вот, сразу взять и задать. Деньги вернули, все нормально, ты ничего не потеряешь. Хорошо. Ну все, вот, так, вот такая фабрика, вот, нормально же будет? Нормально. А это что, изменить материал? Изменить внешний вид, сохранить шнуру, разрушить, изменить двигатель. Так, я сейчас, минуточку. Подтвердить, переделать, убрать, сброс камеры, приблизить, выход, двигать. У меня яхмеля прищемило. Нужно МЧС. Так, если это будет у меня, я это все перетаскиваю сюда, правильно? Это кто? Это Мюан бегает. Окей. А если я хочу на втором этаже, например, эту хрень сделать? Я могу эту хрень сделать на втором этаже, нет? Сделать... А как сделать вообще второй этаж? А ну. А если я третий хочу это... А ну подожди, если я вот беру... А, просто ставишь сверху, да? Да, можно ставить третий этаж здесь. А ну ставь тут. Это сколько я денег всадил? У меня было 55 тысяч, 548, ну, конечно, за такую. Хорошо, а ну давай отменяй обратно. Делаем еще. Каменный дом. Второй этаж ставим. Например, на первом этаже у меня будет фабрика. Как мне? А ну разверни меня. Хреновенько вышло. Хотя... Хреновенько. Подожди, тут у меня творчество. Режим творчества включился. Хотя это сложно здесь сделать, но... Возможно. А как это размер вот этот изменить? Разрушить. Изменить размер. Ну вот же. Что не нравится. Приблизить, осмотреть, обзор камеры. Смотреть. А как его? Что не работает? О, работает. Схватить надо за стрелку только. А за стрелку попробуй схвати. Не, нормально. Ну вот так вот. Раз. Все меньше и меньше денег. Так, ладно. Три. Угу. Просто мне интересно, вот я сейчас хочу переделать фабрику, да, делаю, задать фабрику, задаю фабрику. Что значит недостаточно предмет? Что это значит такое? Предметов каких? Вот этих штук у меня, которые там должны стоять. Так мне надо прорезать дверь сейчас, да? Ну ладно, сейчас. Ой, ё-моё. Верните назад. Размер. Меня нижний интересует. Тут еще якмель. Ну, красавчик просто. А мы сделаем меньше фабрику, нам вернули 1000 гольдов. А чего? Ничего. Ничего. Так, мы сделали мне это просто, чтобы крышу не строить. У нас уже навес есть. Дверь впилим сюда. А ну, уходи. Так, делаю дверь. Где тут двери? Это так, сейчас проект просто. Двойная дверь. Давай, у меня какая дверь? Вот такая, зеленая. А мы сделаем модную. Арочную дверь с колоннами. Маленькая-то. Да, разновидность дверок. Тут дверь с колоннами. Что такое маленькая-то? Ни хрена не вижу. Как приблизить? Это максимальное приближение. Вы еще и ночь. Так, ну, смотрите, по центру ставлю, да? Вроде бы дверь есть, все. Дверь поставил. За 340 гольдов. Я охренел сум просто. Так, сейчас отправлю яхмеля, чтобы он мне не портил внешний вид. Будет печально, если я настрою, а потом все испорчу. А сохраняться... Дом. Хуже ж он дом. А как же мне туда засунуть эти? В карманы засунуть, наверное, да? Да. Вот эта дырка мне не очень нравится. Ну, а что делать? Дом. Зайди в дом. Это считается как дом. Но я могу оформить как фаб. Опа.
Что это за лестница? А, ну ты же второй этаж придумал, придумал. Так. А теперь эксперимент. Беру вот эту штуку. Добавляю его в инвентарь. Ее. Захожу и ставлю. Это будет считаться у меня уже фабрика? Много не поставишь-то. А ну вот выставляю ее из инвентаря. Так, а ну давай сюда. Промышленный объект. Повернуть. Слушайте, это нельзя его здесь ставить. Это ставится на улице. Так как ставит, строится фабрика? Я ни хрена не пойму. А, ты должен... Подожди, я по порте помню. Там должны места появиться, куда это можно ставить потом. А чтобы места появились, куда это можно ставить, ты должен... сделать промышленный объект, правильно? Ну вот, фабрика, да? Каких предметов недостаточно? Ну, добавьте какое-то описание к нему. Ну, я что, ясновидящий? Каких предметов недостаточно? Я в шоке. Я не знаю, каких предметов. Каких предметов недостаточно? Чтобы это сделать фабрикой. А? Кто-то знает, каких предметов недостаточно? Я не могу уехать. Как сделать фабрику? Недостаточно предметов. Почему? Каких предметов? А, может, условия для создания фабрики? Металл какой-то там. Вот это имеется в виду. Или что ли денег не хватает? Нет, подожди. Нет, подожди. Фабрика изучалась. Фабрика, по-моему, изучалась отдельно. Это как чертеж. И она стоила энное количество, скорее всего. Точно. Точно, точно, точно. Фабрика это изучение. Так, подожди, а при чем здесь тогда вот это? Фабрика. Там какое-то железо нужно было, да. Мы собирали еще ресурсы, чтобы не так просто это все сделать. Взял тогда, вот нажал. И задать как фабрику. Недостаточно... А где узнать, сколько предметов? Точно, я вспомнил. Сохранить шоу-рум. Нет, подожди, ничего не сохраню. Никаких шоу не надо пока. Ладно, я вас понял тогда, ребятушечки. Тогда делаем чуть по-другому. Пока что. Делаем тогда 3 блока. Я потом разберусь, что там не хватает. Каких предметов не хватает. В порте я хорошо помню этот момент. Там нужно было дофига железа, дофига пластины. У нас появлялась фабрика. Даже квест, по-моему, был связан с ней. Так, хорошо, подтвердить, окей. Есть такое дело. Вот это нельзя сделать фабрику. Все равно недостаточно предметов. Ладно. Так, я хочу, что я хочу. У меня режим творчества просто включился, а дальше я завис. Смотри, что я хочу. Зачем ты это сделал? Я хочу тогда, пока фабрику не знаю, как делать, сделать что-то другое. Давайте сделаем что-то другое в виде чего-то другого. А в виде чего-то другого мы что с вами сделаем? Каменный дом. А зачем тебе 2 штуки? Ну, одну туда, одну сюда. А вторая зачем тебе? Сколько я денег трачу? 4000 на эту фигню. Ладно. Зачем именно так? Можем так сделать, кстати. Размер. А, я вообще... Я уж вообще могу соединить 2 дома, правильно? Он дальше не едет у меня. А что, больше нельзя? Дальше нельзя. Что нельзя дальше? Поэтому и думаю. Ладно, а ну. Не разрушить, а сдвинуть. Подпорка нужна, наверное, да, какая-то? Главное, здесь я могу поставить. Смотрите, могу поставить и почти соединить. А вот здесь я не могу поставить. Почему?
Вот до этого места. Труба мешает, что ли? Смотрите, почти соединил. Да, у меня труба, наверное, мешает. Как ее снять? А ну, прилепи ее сюда. Я сохранился. Если что, я... Я продал ее? Да? Куда они деваются? Да, какой-то продал горшок один. Ну ладно. Разрушил. Три оставим. Пошло разрушение у нас. Это можно соединить? Это всю хрень. Так, шедвель давай сюда влепим. Хотя кому она здесь нужна? Вот здесь давай. Окей, окей. Могу я соединить эту хреновину с той хреновиной? Отмена. Не-а. А чё я не могу соединить два здания? Подпорка нужна какая-то. Или мешает, наверное, вот это ещё мешает. Наверное, фонари мешают или еще. Так я выше этого. Или нет? Я не могу сделать чуть ближе. А это не могу тоже подвинуть, да? Это здание тоже не могу подвинуть. Нет, лучше не трогай. Хочу этим... А ну, сейчас. Куда уже делалась моя штука? А вот она. А то мы с вами игру закончим, а строительство так и не попробуем. Так, переместить, разместить... Что-то не то, вот что-то не то. Не хватает больше половины, наверное, да, видите, завис. А ну давай сюда. Нам давай это чуть-чуть больше сделаем. Может, из-за вот этого не хватает? Еще 2000. Так все деньги и всадил. Так, 2000, а ну. Теперь должно соединиться размер. Не-а, а че он не двигается? Ну мы что, на втором этаже с вами находимся. Находимся же. Смотрите, как круто же находимся. Фонарь только меня соединил. Все нормально. Да, мои предположение, что происходит, оправдались. Теперь я понял, что происходит. Нельзя больше половины, чтобы висело в воздухе, тогда она упадет. Хорошо. Соединили. Вход там есть. Так, дизайн крыши, все такое потом. Это можно сюда подтянуть. Сейчас подтяну. Дорого крыша обходится, но без крыши можно жить какое-то время. О, мне нравится. Мне нравится. Только не сохраняться сейчас главное. Или сохраняться на отдельный слот. Быстрое сохранение, по-моему, один слот. Я не уверен, но, по-моему, один. Тут балкоша организовался, какой у нас был. Тут тоже мини-балкоша организовался. Тут переход. С моей спальни... Хотя, подожди, спальня у меня здесь же. У нас тогда была потеря в прострации, теперь вроде бы как... Да, правильно. Но все равно. Мне надо лестницу внутри сделать на второй этаж, правильно? Ну да. Там у меня мебель вообще-то. Ладно, сейчас посмотрим. Как... Народ, я сейчас выйду, сохранюсь, наверное, на отдельный слот. Время просто заканчивается, чтобы у нас было чуть-чуть больше времени. Чтобы мы могли с вами закончить наш проект непонятный. Так, я это сделал. У нас еще, кстати, полчаса, ну минуты, если успею. Я сохранился просто. Сейчас я хочу посмотреть, сколько проект фабрики стоит. Он по-любому должен продаваться, если я успею за 10 минут. Потому что да, я в порте мы же кучу с вами металла собирали, чтобы ее построить. Успел, красавчик. Секунда в секунду. Здесь он продается. Нет, не здесь он продает. Как же он... Как эта фабрика продается? Ну, так же мы же не можем ее сделать, да, фабрикой, вот, например. Фабрика.
Или даже считается фабрикой. А ну подожди. Ну, недостаточно. Мне кажется, я не имею права. Хотя она появилась здесь. Ладно, я не знаю. Нет. Отмена. Ну, что за не потеряли? Нет, нет. По-моему, мы заходили, потом покупали что-то. Да, магазин-конструктор. Был чертеж, внешняя консоль для теплицы. А, вот. Вот эту хрень еще надо добавить. Панель управления фабрикой. Ее, наверное, надо ставить, да, сначала куда-то там. Вот этих предметов не хватает, наверное, да? Вот этих консолей не хватает. Значит, нельзя там написать было. Нам не надо покупать разрешение, получается. Вот это поставить, и она будет работать. А что это дешевое, это не очень. Это как мебель. Информационная доска. А, это рядом стоит. Эти две штуки надо купить и поставить рядом, и тогда это будет... Ладно, это мы с вами оставим чуть попозже. Давайте сначала, раз уж мы из фабрики вдруг стали строить свой особняк внезапно, тогда поехали особняк строить. Вопросов тогда не имею. Две консоли ставишь тогда, и тогда это можно будет делать как фабрика. Стоит 5000 все. То есть нам не нужно будет железо сюда засовывать, да? Разное. А ну заходи в дом. Мне сейчас времени не хватит. Да, я загружусь. Оп, оп, оп. Откуда? Две лестницы. Оп, оп, оп. Опа, я дома. Прикольно. Ничего прикольного, как мы отсюда будем слезать? Прикольно. С лестницы в лестницу мы с вами не попадем, тут все ломать надо. Тут все ломать надо, дырка сама-то проделалась, это хорошо. С одной стороны. Это я сломал вход. Хотя проем бесплатный. Тут стена, тут чисто стена полностью. Но дырка есть. Тебе надо зайти с той стороны. В тот дом сломать барьер, чтобы можно было в эти дома попадать, да? Наверное, да. Да, я тут не пролезу. Ну давай туда посмотрим. Да, ремонт колоссальнейший, конечно. Домина, конечно. Но это не домина, внизу же будет фабрика, я надеюсь. Одну комнату сказать, правильно? Одну же комнату. Нижний этаж отдаем под фабрику. Там большая территория. А вот тут как нам поступить? Как эту хрень сломать? Что это вообще-то за стена? Так, а ну тащи ее сюда. Что я взял только что? Ну я повесить. Сейчас стену буду ломать. Не, сейчас хотя бы набросать, что у нас будет в итоге. Это лестница, она закрывает. Чтобы пройти, вот это надо проломить, вот здесь проход. А этот проход, вот тут были, хорошо бы было бы. Зашли. Вот эту стену надо ломать, а не эту. Да нет, это надо ломать. Ладно. Где стены у нас? А, стены, стены, стены. А как стены? Вот отсюда, вот это край. Дальше нельзя. А тут у нас, получается, ничего нет. Блин, как сложно. Так, а вот это что за фигня? Это ж мы сами ставили, да? Да, вот край. А эту дыру мы никак не заделаем. Тут беда. Тут же мы лестницу не сделаем. Как нам отсюда пройти сюда? Вот зараза. Тут бы вот это убрать. Тогда вот это можно. А как стену снести? В этом коробке? А никак. Как ты ее снесешь? Вот так вот только. Ну а здесь угол. А вот эти вот. Оп, вот это. Ща, минуту. Пытаюсь
сломать эту систему. Вот лесенка есть обычная. Самая маленькая и простая. Ну вот, 200 монет. Это типа проход. Это типа я стену проломил. Вот так можно стену проломить. Так у меня здесь беда. А всю стену я не могу убрать, получается, да? Типа двери делай. А отодвинуть я тоже не могу. Да, потому что у меня в воздухе она висит. О, это тяжело за настройки. Сооружение, аксессуары. Двери, окна. Так, если я сюда войду... Мне надо вот этот угол, чтобы был. Вот это убрать. Проход здесь можно сделать. А зачем? А как мне сделать тут проход, чтобы он был там? О, бляха-муха. Ну, пошли. Сейчас буду загружаться, потому что времени у меня нету. 23:16. Но я понял, что мне мешает. Мне мешает вот это вот хрень. Вот этот угол мне мешает. Сделайте мне... Вот этот угол мне мешает. Вот этот вот. Понятно? Так, сделай его больше. Не делает эту выемку, и тогда здесь будет проход. А здесь будет обход. Почему бы и нет? Вот это тогда тебе не... Так, надпись Шедвиль сохраните. Ставь ее все. Поверни ее назад. Вот эта фигня нам, по-моему, не нужна, да? Опять нам перетаскивать все. Ай, давай сюда. Я с тебя сделаю нормальный дом. Жениться скоро, только не пойми на ком. Тут с кандидатками тяжелее определиться. У Амиры куча условий. Остальных тоже свои проблемы. Кто-то суперагентом стал, кто-то повелителем уток. Тоже дел не в проворот, видимо, у них. Так, я это перецепил. Вот это еще перецепи. Сейчас, вот это тут можно обыграть сейчас это дело. Вот эту фигню можно продать. Или разломать, или уменьшить в размерах. Ну, короче, можно уменьшить в размерах ее. О! А вот эту... А вот эту хрень... Даже деньги вернули. А вот эту хрень увеличить в размерах, да? Только тогда у нас без балкона будет. Ну, а что делать? То есть будет без балкона, но ровненько. И деньги опять забрали. Ну, есть. Вот здесь тогда балкон сделаем. Угу. Если сделаем. Опять сделаем. Все, хватит пока увеличивать. Так вот. Вот так. Вот это типа крыша. Но как-то некрасиво здесь. Балкон лучше тогда в эту сторону. А что тут тогда будет? Накрытие. А ну перемести его сюда. Ну тут как-то больше смотрится, а тут что? А там проход зато у нас будет теперь. За кровать, правда, но проход. Выход на балкон. А что здесь нам сделать такого и такого? Тут можно, кстати, что-то поставить. А ну, если дверь сюда влепить. О. Тут балкон, дверь, а здесь навес какой-то поставлен. А можно навес сюда влепить? Так, ставлю навес. Да ну. Да. Он, правда, криво ставится, но по-другому тут не поставишь. Ну, хоть как-то. Может, какой-то другой. Можно целый навес сделать. Может, несколько их до края сделать. Тогда будет единым смотреться целым. Ну, чё, ничего. Нормально. Теперь только изнутри главное посмотреть. Мы убираем. Проходим сюда. Здесь балкон будет. Как там когда-то у нас был. Мне он нравился. Так, ну давай, брат. Письмо. А, это что-то я там уже сломал. Ой, какой хаос у нас. Надо будет загрузиться, короче, и... Блин, а не хочется загружаться. Не хочется загружаться. Мы с вами уже тут сделали ого-го. Смотрите. Как это стену снять? Вот эту стену вообще поубрать бы. Можно ее как-то убрать? Инструменты, где они вообще у нас? Изменить материал только можно. Вот здесь. А сломать нельзя. Переделать, убрать украшения, осмотреться. Нет, только дырки можно поставить. Вот эти вот. Типа вот так взял.
И так взял и поставил. Уберите кота отсюда спящего. И птицу смотрящую. Ну вот типа так. Типа так. Здесь у меня какие-то будут выставочные эти экспонаты. Здесь я типа да, взял, зашел. Кровать перенес сюда, например, да? А ну. Хрен поставишь. Во. Ну кровать у меня будет в другом месте, естественно. Так, а ну. Хо-хо! Хо-хо! Оно работает. Оно живое. Ну что, нормуль. Мне нравится. Зашел, ну с лестницами тут помудиться придется, конечно, чтобы все это заработало как надо. И через дверь вышел. Народ, мне нравится. Все, я вот в таком и буду хаосе пока жить. Надеюсь, никаких серьезных квестов в ближайшее время не будет. Че там не приехало? Че-то сломал. Мне приехало две картины. Забираю. Вот так вот. Так, а ну. Бесплатно у нас вот эта отделка вот, материала. Изменить вид, изменить материал. Изменить вид. Каменный дом. Фабрика. Так это вид только. А как кирпичный материал, наверное? Стена. Во. Мне нужна вот такую же. Это пол, что? Нет, это стена. Все стены как пол выглядит. Денег стоит? Вы охренели. А как этот называется кирпич, который мне нравился? Мне это не нравится сейчас кирпич. Вот этот. О. А что он 200 стоит? А, он за все заплатили мы сразу, за полностью. Окантовочку, понятно? Не, фабрика у меня будет такая же. Изменить материал. Стена, кирпич ставь. Еще 200. Еще за вот этот сортир 200 заплатить. Ну нормально, да? За сортир. Он мне нужен этот сортир, вот я сейчас думаю. У меня теперь не то что. Это у меня тут мегафабрика. А если я потом разрушу, мне вернут деньги за вот этот сортир? Изменить вид стены. Тоже 200. Не, ну 200 за вот это все и 200 за вот это вот все. Ужас. Так, крышка. Крышка, тащим крышку сюда. Тут много крышек и не наделаешь. Это такой максимум, что могу сделать. Минус 1200. Еще и все, что ли? Размер крыши вот это максимальный разве? А что так мало? Меня эта крыша полностью устраивала, между прочим. Ладно. Сохранить шоурум, материал, крыша. Так, подожди, а как сделать крышу? Как крышу сделать? Как мы крышу с вами делали? Мы с вами ставим... А, вот крыши. Как называется эта крыша? Твою ж мать. Как она называется вообще? Название. Название нигде не додумались написать, чтобы сделать такую же, а? Не треугольную. Хотя можно делать и треугольную. Ну ладно, продам, если что. Фабричная, кстати, есть. Крыша в величественном стиле. Но она будет не очень смотреться с этой крышей. Короче, ее надо сделать в одном стиле и все. Горизонтально каменная крыша. Вот это, да. И вот это не мудохаться, а вот так вот сделать, да и все. Так у нас будет по-дебильному разное всегда, но ничего с ним не поделаешь. Такая жизнь. Сколько я потратил? 1620. Ой, поставьте назад меня, пожалуйста. Сейчас сломаю еще. Горизонтальная крыша. Давай здесь еще сделаем. Ты же эту натянуть нельзя было сюда, сразу бы. Не-не. Деньги верните за... А можно натянуть на крышу? А ну размер. О, так мы сразу и накрытие сделаем. Красавчики. Так, вот такое вот синенькое вот здесь сверху надо, да.
Изменить материал. Стена? Это стена? Все есть. Шедвеля сюда тащите. Сюда. Хотя, может, еще рано. Я тону в этой крыше. Кстати, могу здесь вывеску сделать. Чего бы и нет. А? Хрена на крышу ставить. Меньше надо будет этих ставить. Хрени всякой. Так, отлично. Есть светильничек. И размножим потом. Чтобы было их больше. У меня, правда, места теперь ни фигурочки нету. Но это уже другой вопрос. С этим входом разобрались. Тут на углу будет стоять, да, как мастерскую вход. А тут пару станков можно еще будет поставить. Крышу можно было бы, конечно, и большую сделать. Можем сохраниться. Ну давайте, ладно, экспериментировать сейчас не будем, а то мы многое сделали. Вот это вот сейчас, это со входом. Мне нравится, как вход расположен. Может, в центре. Так в центре заберется только место полезного. Так можно слева и справа тогда поставить. Давай так. Так, готово. Вот это накрытие. Как их размножить, эти накрытия? Вот мне надо размножить их. Вот мне надо, вот, чтобы вот копию сделать. Это как в Симсах. Еще как она называется? Вот это она. Наверное, да. Деревянная конюшенный портик. Что? Деревянное крыльцо. Да, такое можно даже просто. А каменное нельзя? Это что? Подвесная поставка для цветов. Элегантная настенная свеча. Крыльцо можно вот такое поставить. Ничего, нормально будет стоять? Ха! Нормально будет стоять. Здоровезная, конечно. Так и другого и нету, только такое. Третий поставили и все. Тут фигню не нужно тогда ставить. Тут можно какую-то фигуру сюда залепить. Точно. А ну сейчас это передвину. Тогда это тут не нужно. Тогда это тут не нужно. Куда ее тогда влепить? Ладно, повиси пока тут. Не знаю пока куда тебя лепить. Крыша-то хорошо, но если бы она была не так вот, как тут, а вот. Балкончик хотел сделать. Не, ну тут можно, конечно, поставить лавку. Если можно ставить лавку. В ранней версии нельзя было на балконах ничего ставить. Поэтому вот я и спрашиваю. Так-то оно ничего, вот смотрите, вход в мастерскую. Да, пусть он такой, конечно, тут элегантный вход в дом, а тут не очень. С ржавой крышей, но что делать? Тут-то у нас мастерская будет какая-никакая. В этой части. Вот еще у меня место осталось. Это сюда не влезет туда, наверное, не? Так я дом уменьшу. Могу дом уменьшить. А ты не уменьшишь дом, потому что этот разъедется тогда. Крышу желательно переделать, но в принципе не такая критичная, если сделать тут еще окна будут. Ну, нормально. Только это внутри еще как-то соединить потом на лестницами. Вот не знаю, как я лестницами буду соединять. На какие-то дешевые, наверное, поставлю. Всадил 25 тысяч почти. Все, что у меня было, половину всадил. Тут не дать, не взять. Ну что, я, в принципе, все. Давай, есть какие-то тут ограждения? Или еще чего? Как мы вот эти заборчики ставили, которые были у нас раньше на балконе? Как заборчики вообще ставятся? Кто знает, как заборчики ставятся? Я не знаю. А, ограждение, во. А, ограждение только этого дома, да. Изменить внешний вид. А выбрать что-нибудь? Нет, не вариант. Изящные ворота, песчаный занавес. Изящные ворота. А где ограждение? Декорации же были у нас какие-то там. Что-то же было. О, вот это надо, да? Что такое? Это моя станция. Нет, у меня какие-то были декорации, как я их тут заставил как-то. Я, надеюсь, не буду ставить балкон. Я не помню, где-то заборчики были металлические, но они, по-моему, и того. Квадратик с молотом. Маловато. Кстати, квадратик с молотом и там стоит, и тут у меня стоит. У меня второй такой будет.
Вот царская мастерская, можем здесь ее повесить. Вот тут что-то надо поставить, а что? А ну давай поменяем материал. Материал поменяем на крышу, на вот это. Ну, поставим. 200 монет еще. Конечно, чего бы нет. Чтобы он нас сочетался. Там будет голубой, то будет тут такой же. Чем и хуже голубой луны. Так, это зеленый занавес. Что это? Как это работает? Это навес, а не занавес. Деревянный я поставил. Ветряная мельница. И такое все мизерное. Крытый знак парикмахерской. Подвесной фонарь. Круглый уличный фонарь. Какие-то вывески. Настолько мизерные, что даже... Даже стыдно ставить их. Хорошо, что вывеска огромная. Ну, типа так. Все равно чем-то надо оградить. Я не знаю чем. А как я вывеску эту делал? Подвесной флаг. Ну, это такое. Стрелочка, чтобы не заблудиться. Ну, были же заборы. Алло. А, вот ограждение, нашел. Это в крышах ограждение находится. Ограждение для крыш, что ли? Флюгеры. Да, там самое место для него. Стальная стойка для крыши. Это для крыши. Ну да, вот этим я огораживал балкон. Голубая луна с подсветкой. О! Вот это я понимаю. Нате вам, мне ограждать не надо ничего. Потом я сюда дверь поставлю какую-нибудь. Выход сделаю. Вот это то, что надо. Красный знак салуна. Металлический знак с молотом. Базовый металлический... Не, не надо ограждение здесь ставить. Здесь я просто поставлю какой-то диванчик. Какой-нибудь. А у меня нет диванчика запасного. Вот именно посмотреть, как он будет выглядеть. Вот, например... Блин, диванчика нет. А вот если стул поставить? Можно поставить? Да, можно стул поставить, смотрите. И диван тогда можно поставить. И стол можно поставить. Чисто я здесь буду сидеть. А ну давай здесь дверь впилим. Ох, она строгая. Блин, мне уж понравилось. Когда получается. Простую дверь. Влепи сюда. Нет, простую не надо. Хотя какая разница? Ну давай вот такую. Не, ну самую обычную. Ну самую дешевую. Вот такую давай. Оно все равно криво все ставится, вот это вот. Шейте, да? Тут либо так, либо так. Вот нельзя по центру поставить. Ну давай так. Все, есть такое дело. Сейчас все деньги всажу. Я всегда в Симсах бедствовал. Так, красные фонари. Их тоже можно поставить. Здесь один. И здесь один. И тут я буду сидеть на этом балкошике. Даже не буду ограждений никаких ставить. Меня луна прикроет. И вот эта вывеска. Здесь столик и диванчик. Пару цветков можно еще поставить за вывеской. И тут я буду сидеть и наблюдать за внешним миром. Так, с крышей мы решим попозже чуть-чуть. Я попробую общую поставить, большую. Если она встанет туда, то тогда будет окей. Так, окей, это меня устроило. Давай эту большую трубу. Тут у нас все-таки работа кипит. О, еще и трубу сюда влепил, отлично. Все, трубу влепил. Типа мастерская, правильно? Что тут у нас ход в мастерскую? Здесь угол какой-то. Какой-никакой. Тут будет мастер сидеть закрытый со всех сторон и смотреть на Сэндрок. Ночной. Ну а внутри уже окна расставим как-нибудь. Дверь посмотрим. Сейчас. Все, мне нравится. Больше я ничего не трачу, дальше будем расставлять уже по мере. У меня, правда, теперь проблемы с местом. Небольшие. У меня проблемы теперь с местом. С местом. Теперь мне некуда. Нечего поставить даже куда. Но эти я занесу, хорошо. Станки я занесу. В мастерскую, да? Станки я занесу в мастерскую. Не, нормально. Нормально получилось. И там я, кстати, могу теперь на спальни поделить, да, эти комнаты. А как там будешь на спальни их делить? Ладно. Где ты будешь спать? Там же надо ставить блоками. Там нельзя стену поставить, как в Симсах. Взял, огородил.
Там же, если ты это, то тебе надо... Ну, тогда поменяем. Главное, сейчас мебелью не загораживать это все, не заставлять. Вот, да, зашел. Нахрена тебе такая огромная комната? А мы ее уменьшим и вторую поставим. Вот здесь можно вторую влепить будет в комнату. Это я дом, это я выхожу на балкон, наверное, да? Да, это я на своем любимом балконе. Где я буду посиживать. Виды, конечно, не очень, но... Не, ладно, вывеску мы переместим, окей. С вывеской мы что-то сделаем. Куда-нибудь ее поставим. Так, ладно, давайте в этом хаосе мы с вами до следующей серии доживем. Потом будем по чуть-чуть улучшать, что, что получится, что нет. Пусть работает, пусть плавится. Печь работает. А тут, смотрите, потолок появился. Крыша над головой какая-никакая. И дальше, дальше может по блокам. Надо будет блокеры уменьшить комнаты, чтобы они были по блокам. И там комнату сделать одну. Ну, там сколько мне комнат надо? У меня большой там полигон. Его разделить, уменьшить на два. Блин, пока помню, надо делать. То сейчас выйду и все, и забудешь. Магниево. Так, подожди. Стальной слиток. Нету железной руды. Железной руды вообще нет, надо закупать. Марганцевая сталь. Та же беда. Так, вот этот тан алюминиевый давай пополни. Все, пусть изготавливается. Вот здесь вот надо. Так, я сохраняюсь, меня все устраивает. Меня все устраивает. Я все сделал сегодня. Квестов никаких нет, поэтому стройкой занялись. Так, смотрите, сейчас еще раз. Сейчас еще раз. Вот эту комнату. Я сохранился. Я могу уменьшить два раза. Я не знаю, что я сейчас сделаю. Но, по идее, я проход оставил, да? Проход есть. Здесь у нас чисто будет коридор. А тут мне надо поставить вот этот блок. А это что за блок у меня? Это блок с выходом на балкон. Вот этот можно расширить, да и все. А ну. Выйдем. Вот этот вот расширить, да и все. Получится у меня тогда... Во. Крыша уехала. А мы ее сейчас назад вернем. Всю крышу вернули назад. Тут у нас, как вы знаете, только проход получается. Здесь ничего мы не увидим. Тут закрыто. Мне интересно, что сейчас в доме было. А ну, пустите меня в дом. Пока еще час ночи всего. Ох, хаос тут у нас какой. А ну, захожу в дом. Раз, два, три, четыре. Вот проход. Да, узкий проход. Это вниз пошло, а это в спальню и с выходом. Здесь балкон. Сюда можно лепить. А это в мастерскую проход. А это из мастерской в эту комнату. Вот это только, я не знаю, как вот эту фигню убрать. Было бы хорошо, если бы ее не было. А где моя кровать теперь? А, вон она, все нормально. Сколько у нас получается комнат? Это огромные коридоры. Я не знаю, зачем они нам нужны, такие огромные. Ну, здесь дверь, вот она на балкон пошла. Ладно. Просто я не знаю, как это поделить на комнаты теперь. Это ж только блоками делается. Это вход центральный, хорошо, мы его оставили. Заходим, здесь у нас тоже, типа, так это огромное будет, чересчур. Наверное, который час? Блин, уже время. Уже время, ну ладно. Ладно. Жалко, что нельзя посмотреть изнутри, это слишком большая эта территория. Значит, ее можно уменьшить, правильно? Да, вполне можно уменьшить. А ну. Если я ее уменьшу в два раза. Вот так вот. Ну, круть. То есть я, получается, у меня теперь проход
раз я соединяюсь. Нет, я нифига не соединяюсь. У меня нет прохода, получается. Вот здесь у меня проход должен быть с этими блоками. Я ж не могу через улицу сюда попадать. Значит, мне надо вот так вот. Вот так вот мне надо. И тогда здесь будет проход. Да? Да, здесь будет дверь. А ну еще чуть-чуть. Жалко, изнутри нельзя посмотреть. Ну, блин. Вот 100% нет прохода. Вот так я получаю дверь. Дверной проем в эту часть. Да. Ну, надо смотреть изнутри. Сейчас я не знаю, что там получилось. Хоть бы кровать не унесло сейчас. Если я сейчас, интересно, разрушу кровать, где я буду спать? Ее ж можно разрушить, ее, наверное, нельзя. Ну да, вот. Вот раз. И вот здесь вот можно еще одну комнату ставить с выходом на балкон. Все. Все, народ. Давай спать. Вот это расположение ничего комнат. Это мне нравится расположение комнат, поэтому мы с ней, наверное, получили костюм NPC Name. За что, интересно? Мы получили костюм NPC Name. Так, еще раз я гляну на это свое произведение. Это, ну, вот этого не будет, то лестницу мы с вами грохнем. Это выход туда, вверху будет еще одна балконная дверь. Кстати, можно на балкон прямо отсюда выходить. А здесь я хочу сделать, наверное, две комнаты. Когда я уменьшу этот коридор и этот уменьшу. Все, проект есть, будем с вами потихоньку лепить. Все, друзья, на этом закончим. Спасибо всем, кто смотрел. С вами был Дмитрий, канал Шедл, Игровые Миры. И до встречи с Эндроки. Пока.